«Печаль сатаны», роман Марии Карелли, перевод Кропоткиной. Кассета первая, страница 188. Вы помните, что Шелли говорил о критиках? Нет? Передаю вам его слова. Я старался писать, как писали Гомер, Шекспир и Мильтон, с полным презрением к анонимным нападкам. Клевета и злословие могут вызвать во мне жалость, но никак не гнев. Я пойму выразительное молчание тех умных врагов, которые не желают высказаться. А из оскорблений, презрений и проклятий я постараюсь извлечь те замечания, которые могут исправить мои ошибки. Если бы некоторые критики были бы так же благоразумны, как они злы, какую великую пользу принесли бы их сочинения. Но пока я боюсь, что их едкие нападки лишь развлекут меня. Если публика найдет мое творчество бездарным, я преклонюсь перед этим судом, наградившим Мильтона венцом бессмертия, и постараюсь найти в первой неудаче силу и энергию для исполнения новой задачи, заслуживающей славы. Пока мисс Клер передавала эту выдержку, ее глаза расширились и потемнели, лицо вдохновилось, а голос звучал сильно и звонко. «Вы видите, я хорошо изучила Шелли», — прибавила она, смеясь собственному увлечению. Эти слова врезались мне в память, и я велела их написать крупными буквами на стене своего рабочего кабинета. Они передают мне мнение действительно достойных умов, и их пример действует ободряюще на таких мелких работниц, как я. Я нелюбима прессой, но, несмотря на это, я люблю своих критиков. Если вы кончили чай, то пойдемте посмотреть на них. Посмотреть на них? Что она хотела сказать? Мое удивление забавило ее, она засмеялась. Да, посмотреть. Повторила она. В это время я всегда посещаю их. И мисс Клер вышла в сад. Мы последовали за ней. Я все еще не мог прийти в себя. Все мои теории о неженственности писательниц были разрушены непринужденным обращением, очаровательной откровенностью мисс Клер, славе коей я завидовал. Несмотря на свой бесспорный ум, она могла внушить и любовь. До какой степени, увы, я узнал впоследствии. «Мавис, Мавис, я шепчу твое дорогое имя в одиночестве. Я вижу тебя во сне и, преклоняя перед тобой колени, называю тебя ангелом. Моим ангелом, стоящим у врат потерянного рая и отстраняющим меня от незаслуженного мною древа жизни». Мы не успели выйти на лужайку, как произошел весьма неприятный случай, могущий иметь самые пагубные последствия. Увидав свою хозяйку, огромный Сен-Бернар встал с своего места на солнышке и замахал хвостом в знак приветствия. Но, заметив нас, он угрожающе зарычал. Раньше, чем мисс Клер могла остановить его, он бросился на Лусио, как бы желая растерзать его. С удивительным присутствием духа князь схватил собаку за горло и оттолкнул ее. Мавис смертельно побледнела. «Я удержу его! Он меня послушается!» — воскликнула она, кладя свою маленькую руку на шею дога. «Куш, император, на место! Как ты смеешь?» Император мгновенно повиновался и прилег к ее ногам, весь дрожа от волнения. Мисс Клер взяла его за ошейник и посмотрела на Лусия, который казался спокойным, хотя его глаза зловеще сверкали. «Простите меня», — пробормотала она, — «я забыла. Вы говорили, что собаки вас не любят». «Но что за необъяснимая ненависть, не правда ли? Император всегда так добродушен. Извиняюсь за него. Надеюсь, что он не повредил вас». «Нисколько», — ответил Лусио вежливо, но холодно улыбаясь. «Надеюсь, что я не причинил ему боли или вам беспокойства». Мисс Клер молча увела Сен-Бернара, лицо Лусио нахмурилось. «Какое впечатление произвела она на вас?» — спросил он резко. «Право, не знаю», — засмеялся я. «Она совсем не такая, как я предполагал, но ее собаки крайне неприветливы». «Собаки — честные животные», — угрюмо заметил князь. «Они верно привыкли к правдивости своей хозяйки и не одобряют притворяющихся людей». «Надеюсь, что вы говорите о себе», — ответил я с раздражением. «Лично вы не понравились им». «Разве я этого не знаю?» — воскликнул князь. «Разве я не говорю о самом себе? Неужели вы думаете, что я обвиняю вас в притворстве? Даже если бы мое обвинение было правдиво, я не высказал бы из вежливости. Но я — олицетворение лжи. Я это знаю и признаю.
И благодаря этому признанию я честнее большинства людей. А эта женщина, увенчанная лаврами, олицетворение правды. Ей не надо притворяться ни в чем. Недаром она пользуется такой славой. Я не успел ничего возразить, так как в ту же минуту мисс Клер вернулась и с свойственной любезностью хозяйки употребила все усилия, чтобы изгладить неприятное впечатление, оставленное поведением ее собак. Она повела нас по самым красивым дорожкам своего прелестного сада, обращаясь то к князю, то ко мне с одинаковым радушием и непринужденностью. Но я заметил, что она пытливо всматривалась в Лусио, изучая его взгляды и движения с большей долей любопытства, чем доброжелательства. Мы прошли под сводом еще не распустившейся сирени и очутились в открытом дворе, выложенном голубым и белым кафелем. На середине двора была выстроена большая голубятня, напоминавшая своей причудливой внешности китайскую пагоду. Мавис остановилась и захлопала в ладоши. Целая стая голубей белых, серых, коричневых и сизых ответила на ее призыв. «Вот мои критики!» — засмеялась она. «Какие они хорошенькие, не правда ли? Некоторые носят имена известных газет, другие — анонимные». И, взяв крытую корзину, наполненную хлебом и горохом, мисс Клер разбросала корм голубям. «Вы действительно ли сотворение добродушной философии?» — с улыбкой сказал Лусио. «Если вы сравните ваших врагов с голубями». Мисс Клер засмеялась. «Это превосходное средство от раздражения», — сказала она. «В былое время я страшно изводилась, старалась понять, отчего пресса так жестоко нападает на меня, когда наряду с этим она потакает очень слабым писателем. Но потом, поняв, что критики не имеют никакого существования, существенного влияния на мнение массовой публики, я перестала заботиться о них, лишь называя своих голубей их именами. А теперь не хотите ли осмотреть мой рабочий кабинет?» Я согласился на ее предложение, не скрывая своего удовольствия. Луси взглянул на меня с полунасмешливой улыбкой. «Мисс Клер, не назовете ли вы одного голубя мистером Темпестом?» — спросил он. «Ведь он также играл роль враждебного критика, хотя полагаю, что это в последний раз». Мисс Клер обернулась в мою сторону с улыбкой. «Нет, я пожалела мистера Темпеста. Он в числе анонимных птиц». С этими словами она взошла через низкое венецианское окно в большую восьмиугольную комнату, где первое, что бросилось нам в глаза, был мраморный бюст Минервы со строгим лицом и правильными спокойными бровями, поставленный как раз против солнца. Письменный стол, заваленный бумагами, занимал левую сторону окна. В противоположном углу задрапированная зеленым бархатом статуя Аполлона Бельведерского своей загадочной сияющей улыбкой учила уроку любви и торжеству славы. Повсюду были книги, не выставленные в ряд на показ, как будто до них не дотрагивались, а разбросанные по всем столам, так что можно было взять любую и перелистать ее. Устройство стен заинтересовало меня, они были разделены на квадраты, и в каждом квадрате, напечатанной золотыми буквами, красовалась выдержка известного философа или знаменитого поэта. Извлечение из Шелли, которое Мавис передала нам, занимало довольно большое пространство, а над ним висел чудный барельеф, снятый с монумента поэта, потонувшего в Вио Реджио. Тут были и Шекспир, и Байрон, и Китс. Однако, чтобы изучить все детали этой мастерской, мисс Клер так называла свой кабинет, не хватило бы и целого дня. Впоследствии мне суждено было знать наизусть каждый уголок этой комнаты и смотреть на нее с таким же благоговением, как средневековый преступник смотрел на сокровенное убежище католической церкви. Но теперь свободное для нас время приходило к концу. Луся посмотрел на часы и объявил, что нам пора уходить. «Нам хотелось бы остаться здесь бесконечно, мисс Клер», — сказал он, глядя на нее с удивительно кротким выражением в темных глазах. «Ваш дом внушает спокойствие и счастливые мысли, и способен дать отдых истомившейся душе». И князь глубоко вздохнул. «Но поездка никого не ждут, поезда, а сегодня вечером нам необходимо быть в городе». «В таком случае я вас удерживать не стану», — сказала молодая хозяйка, выводя нас из своего кабинета через коридор, уставленный цветами, в гостиную, где мы пили чай. «Надеюсь, мистер Темпес», — обратилась она ко мне, — «что после нашей встречи вы не пожелаете воплотиться в одного из моих голубей. Не стоит труда, уверяю вас». «Мисс Клер», — начал я с неподдельной искренностью, — «клянусь вам честью, я страшно жалею, что написал эту статью. Если бы я только знал, что вы такая, как вы есть». «Для критика это не может составить разницы», — ответила она весело.
«Для меня это составило бы огромную разницу», — объявил я. «Вы так не похожи на тип современной писательницы». Я приостановился, глядя в ее честные невинные глаза, потом прибавил. «Сибилла, леди Сибилла Эльтон, одна из ваших самых ярых поклонниц». «Я очень рада этому», — ответила мисс Клер. «Я всегда рада, когда меня одобряют». «Но разве не все одобряют вас?» — спросил Лусио. «Вы забываете моих критиков», — засмеялась она. «Повторяю, я очень рада, что не похожа на современную писательницу. В большинстве случаев литераторы слишком много о себе думают и придают своим произведениям большую цену, чем следует. Их самомнение положительно невыносимо. Я не думаю, чтобы кто-нибудь мог написать действительно хорошую вещь, если не находит в самом труде полнейшее удовлетворение, помимо общественного мнения. Я лично была бы счастлива, даже если бы жила на чердаке. В былые времена я была бедна, чрезвычайно бедна. Даже теперь я не богата и живу исключительно своим трудом. Если бы у меня было больше денег, я, пожалуй, обленилась бы и забросила свое дело. Сатана взошел бы в мою жизнь, и неизвестно, сколько вреда бы он ни наделал. Я думаю, что у вас достаточно силы, чтобы устоять против сатаны», — заметил Луся, пристально вглядываясь в ее лицо. «Не знаю, я за себя ответить не могу», — и Мавис улыбнулась. «Я думаю, что сатана, должно быть, обладает чарующей силой. Я никогда не представляю его себе в образе урода, с когтями и хвостом. Здравый смысл подсказывает мне, что такая личность не может иметь силу привлечь человека. Представление Мильтона мне кажется самым верным. Сатана могучий, но падший ангел. Если легенда о нем правильна, то нельзя о нем не пожалеть». Произошло внезапное молчание. В саду щебетали птицы, и легкий ветерок приносил нам душистый запах лилий. «Прощайте, мисс Клер», — сказал Лусио тихо, почти ласково. Его голос дрожал, лицо его мертвенно-бледно было. Мисс Клер посмотрела на него с удивлением. «Прощайте», — ответила она, протянув князю свою маленькую руку. Он подержал ее минуту. Потом, к моему изумлению, я знал его ненависть к женщинам, нагнулся и поцеловал ее. Легкий румянец выступил на лице писательницы. «Будьте всегда такой, как теперь», — тихо продолжал Лусио. «Не изменяйтесь. Сохраните свой веселый нрав и чувство спокойного удовлетворения, и вы можете носить тяжелый венок лавров с такой же безопасностью, как носили бы венок роз. Я видел свет и путешествовал много, и встречал немало знаменитых мужчин и женщин, королей и королев, сенаторов, поэтов и философов. Мой опыт широк и разнообразен, так что я говорю не без основания. Уверяю вас, что сатана, о котором вы говорите с жалостью, никогда не нарушит спокойствие невинной и довольной души. Сродняются лишь однородные элементы. Падший ангел обращается к падшим ангелам, и дьявол, если он существует, делается товарищем лишь тех, которые любят его учение и его общество. Предание гласит, что сатана боится распятия, но мне кажется, что если он чего-нибудь боится, то это спокойного, довольного духа, который умеет противостать против зла. Мои года дают мне право так говорить. Я намного-много лет старше вас. Вы должны простить меня, если я сказал что-нибудь лишнее». Видимо, удивленная и тронутая его речью, Мавис молчала, глядя на него с выражением почти страха на выразительном лице. Это выражение мгновенно исчезло, когда я подошел, чтобы проститься с нею. «Я очень рад, мисс Клер, что познакомился с вами», — сказал я. «Надеюсь, что мы будем друзьями». «Нет причины, чтобы мы были врагами», — ответила она откровенно. «Я тоже очень рада, что вы зашли ко мне сегодня. А если вам опять придет в голову раскритиковать меня, вы знаете вашу участь? Вы делаетесь голубем, вот и все. До свидания». И она приветливо улыбнулась. Калитка не успела закрыться за нами, как мы услыхали радостный лай императора, очевидно освобожденного сейчас же после нашего ухода. Мы шли молча, и только когда мы уже подходили к карете, дожидавшей нас у крыльца, Лусио сказал: «Ну, а теперь что вы про нее думаете?» «Она весьма мало похожа на общепринятый тип писательницы», — засмеялся я. «Общепринятые типы часто неверны», — ответил Лусио, пристально глядя на меня. «Общепринятое описание дьявола — это несуразное существо с когтями, рогами и хвостом, как это заметила только что мисс Клер.
Общепринятый идеал красоты — это Венера. Однако ваша леди Сибилла куда красивее этой хваленой статуи. Аполлон — идеал поэта, но это был бог. Ни один поэт не подходит близко к божественному. И для нас понятие писательницы — это старая, скверно одетая, претенциозная женщина в очках. Конечно, мисс Клер к этому типу не подходит, хотя она и написала несколько романов. Красивая писательница — аномалия, почти оскорбление, которого ни мужчины, ни женщины переварить не могут. Мужчины ее не любят, потому что, будучи умна и независима, она не нуждается в них. А женщины ее не любят, потому что она имеет дерзость соединять красоту с умом и становится невыгодной соперницей для тех, у которых красота безумственных способностей. Но нам осталось всего 20 минут до отхода поезда. Поедем, Джеффри. И мы поехали. Я глядел на красивую крышу Вилас Мира, освещенную последними лучами солнца, пока она окончательно не скрылась из вида. «Ваше имение вам нравится?» — спросил Лусио. «Чрезвычайно нравится. А ваша соперница Мавис Клер?» Я приостановился, потом откровенно ответил. «Да. И она мне нравится, скажу вам больше. И ее книги мне нравятся. Это чудные произведения, достойные пера даровитого писателя. Я находил это с самого начала и потому и написал свою критическую статью». «Непонятный образ действий», — и Луси улыбнулся. «Не можете ли вы объяснить?» «Конечно, я могу объяснить», — сказал я. «Объяснение более чем простое. Я завидовал ей, я и теперь ей завидую. Ее популярность вызвала во мне ощущение глубокой обиды, и чтобы облегчить себя, я разнес ее в своей критике. Но это больше не случится. Я позволю ее лаврам расти беспрепятственно». «Лавры имеют обыкновение расти без позволения», — многозначительно заметил Лусио. «И самым неожиданным образом. А в оранжерее реклама, они не распускаются». «Я это знаю», — ответил я, стремительно вспоминая свои собственные попытки. «Я выучил этот урок наизусть». Лусио пытливо взглянул на меня. «Это только один из многих уроков, которые вам придется изучить», — сказал он. «Это урок достижения славы. Следующий ваш урок будет на тему любви». Он улыбнулся, но во мне его слова вызвали чувство необъяснимого страха. Я подумал о Сибилле, о ее несравненной красоте, и вспомнил ее признание, что она любить не способна. Не придется ли нам обоим выучить уроку? И покорит ли он нас или нет? Приготовления к моей свадьбе шли быстро. Сибилла и я, мы были завалены кучами подарков. И я узнал еще одну сторону мелочности и лицемерия высшего общества. Все знали мое несметное богатство, и как мало я и моя невеста нуждались в чем бы то ни было. Несмотря на это, все наши друзья старались превзойти друг друга в ценности своих подношений. Если бы Сибилла и я были бедны и поженились с храбрым намерением добыть себе насущный хлеб, никто бы и не подумал подарить нам что-либо ценное или нужное. Все отделались бы от нас самым дешевым способом. Вместо огромных ящиков с тяжелым серебром мы получили бы дюжину мельхиоровых ложек, вместо богатых редких изданий в вычурных переплетах нам пришлось бы принять с великой благодарностью 5-шиллинговую Библию. Конечно, я сейчас же понял причину расточительности наших знакомых. Все эти подарки были просто взятки, цель которых нетрудно было угадать. Во-первых, все жаждали присутствовать на нашей свадьбе и ожидали от нас дальнейших благ в виде обедов и роскошных вечеров. Другие рассчитывали на наше влияние в обществе и в неопределенном будущем предвкушали возможность взять у нас денег взаймы. В скрытом презрении и поверхностной благодарности, с которыми мы принимали все эти дары, Сибилла и я, действовали заодно. Моя невеста смотрела на свою коллекцию драгоценностей с неподдельным равнодушием и льстила моему самолюбию уверением, что единственное, что было для нее ценно, это мои подарки, состоящие из ривьеры, сапфиров и бриллиантов, и колец из тех же камней. Однако я заметил, что и подарок Лусия нравился ей. Князь поднес ей кушак, изображавший змею, тело которое было сплошь усеянное безукоризненными изумрудами. Чудный рубин, окруженный бриллиантами, составлял голову. Работа была удивительная. По своей гибкости и изяществу, когда Сибилла надела змею, она обвела ей талию, как живое существо, почти дыша ее дыханием. Мне самому это украшение не понравилось. Для молодой невесты оно показалось мне неподходящим.
Но так как все восторгались изяществом этого подарка и завидовали владелице его, то я не выразил своего неодобрения. Диана Чезни выказала известную деликатность и вкус в выборе своего подношения. Это была чудная мраморная статуя Психеи на пьедестале черного дерева, украшенного серебром. Сибилла холодно улыбнулась, когда благодарила ее. «Вы дали мне эмблему души», — сказала она. «Должно быть, вы поняли, что у меня души нет». «Ее холодный смех проник до мозга моих костей», — уверяла меня потом американка с глазами полными слез. Все это время я почти не видал Римонеза. Я был страшно занят своими поверенными. При бракосочетании я хотел отдать леди Сибиллу половину своего состояния. Этот план не нравился господам Бентам и Эллис. Но мое решение было непоколебимо, им пришлось повиноваться. Документ был составлен и подписан при свидетелях по всем правилам закона. Граф Эльтон не мог достаточно похвалить мою беспримерную щедрость и повсюду рассказывал о необыкновенных качествах своего будущего зятя. В последнее время он страшно помолодел, открыто ухаживая за мисс Чезни, а о парализованной графине с исказившимся лицом и испуганными глазами никогда не говорил и, должно быть, никогда не думал о ней. Сибилла проводила целые дни в обществе портних и модисток, и мы виделись через день, и то лишь на несколько минут. В эти краткие свидания она была всегда очаровательна, даже ласкова. Но все же, несмотря на это и на страстную любовь, которую я питал к ней, я чувствовал, что она была моей, насколько была бы моей купленной мною рабыня. Она давала мне целовать свои губы только потому, что я имел право целовать их. Все ее ласки были принужденны. Все ее поведение казалось начертанным заранее и далеко неестественным. Я старался отбросить от себя это впечатление, но оно оставалось, отравляя сладость моей краткой помолвки. А между тем, тихо, почти незаметно, моя книга исчезла. Моррисон представил крупный счет всех печатных им объявлений, я немедленно заплатил ему. Изредка в какой-нибудь газете появлялась краткая заметка о моей литературной славе, но никто не говорил о моем романе, и, кажется, никто его не читал. Мало-помалу журналисты отстали от меня, предчувствуя, что угощать обедом я их не буду, и что мой брак с дочерью графа Эльтона поднимет меня на высоту, кое достичь им будет трудно. Куча золота, на которой я восседал, как на престоле, постепенно отбрасывала меня все дальше и дальше от храма славы. Почти бессознательно для себя самого, я отступал шаг за шагом, полузакрывая глаза, как от лучей солнца. Вдалеке я видел блестящие башни, и под широкими сводами я различал тонкий облик женщины, глядевшей на меня с выражением бесконечной жалости. Однако, по мнению издателя, я имел громадный успех. Только я понимал всю степень своей неудачи. Я не тронул сердца публики. Мне не удалось разбудить своих читателей. Они не протягивали мне рук и не кричали «Еще! Дайте нам еще!» Эти мысли воодушевляют и утешают нас, они позволяют нам слышать глас Божий. Я этого не сделал, я этого сделать не мог. Но хуже всего было внутреннее убеждение, что если бы я остался бедным, я бы это совершил. Самый сильный, самый здоровый двигатель человека, необходимость труда, для меня не существовал. Я знал, что могу не работать, даже больше, что общество, в котором я теперь вращаюсь, считает труд почти позорным, что от меня требует только, чтобы я тратил деньги и наслаждался, по примеру, high life, высшего общества. Мои знакомые не теряли времени, предлагая мне способы отделаться от избытка своих миллионов. А чего бы мне не выстроить себе палаццо на берегу Средиземного моря или завести яхту, роскошь которой превзошла бы роскошь яхты принца Валлийского? Отчего я не основываю новый театр или не издаю всемирную газету? Когда случалось какое-нибудь народное несчастье и рассылались воззвания на помощь пострадавшим, я неизменно давал 10 фунтов и благосклонно выслушивал благодарность за свою щедрую отзывчивость. Это было то же самое, как если бы я дал 10 пенни. Для моего кармана разница была неощутительна. Подписка для воздвижения памятников художникам, признанным по обыкновению всего мира только после их смерти, также получалась мною, и я опять выкладывал свои 10 фунтов, когда мог бы заплатить за весь памятник без ущерба для себя.
Несмотря на мое бесчетное богатство, я ничего достопримечательного не сделал. Я не осыпал неожиданно золотом какого-нибудь бедного труженика, терпеливо пробивающего себе путь на поприще литературы или искусства. Я бедным денег не раздавал. И когда худой ревностный священник с сильным одухотворенным лицом зашел ко мне однажды утром, чтобы ознакомить меня с страдальческим положением своих прихожан, живущих в доках, я дал ему всего 1 фунт, будь это сказано к моему стыду. Его слова «благодарю вас и да благословит вас Господь» были как горячие уголья, возложенные мне на голову. Я заметил, что он сам был крайне беден. Я мог бы осчастливить и его, и весь его приход одним взмахом своего пера и выдать ему чек, отсутствие которого я бы не ощутил. Однако дал я ему всего 1 золотую монету и отпустил его. Священник пригласил меня посетить голодающих. «Мне было бы жаль, мистер Темпес, — сказал он, — если бы вы, как многие богатые люди, подумали, что я прошу для удовлетворения своих личных нужд. Если бы вы лично посетили моих бедных и дали бы им, собственноручно, вашу лепту, мне это было бы гораздо приятнее, и на умы страдальцев это произвело бы хорошее впечатление. Бедные не всегда будут столь терпеливо относиться к своим жестоким нуждам, как теперь». Я снисходительно улыбнулся и уверил своего гостя, не без тени насмешки, что я вполне признаю бескорыстность священников. Потом я позвонил, и мой лакей вежливо выпустил его. В тот самый день я помню, что выпил за завтраком бутылку «Шато Икем», стоящую 25 шиллингов. Я вхожу во все эти мелкие подробности, так как они составляют одно целое, из которого неожиданно вытекли страшные последствия. Я хотел бы также подчеркнуть факт, что во всех своих действиях я только следовал примеру своих товарищей. Большинство богатых людей в нынешний день действует так, как я действовал тогда. И мало кто занимается общественным благополучием. Ни одно великое щедрое даяние, деяние не освещает мрака наших летописей. Благотворительные вечера, устроенные представителями высшего общества, суть капля в море, кусочек, брошенный со страхом ручному льву. Но наш лев страдает бессонницей и не всегда спокоен. Неизвестно, что произойдет, если его природная злоба внезапно проснется. Несколько представителей нашего народного богатства могли бы облегчить страшную бедноту некоторых кварталов Лондона, если бы они сплотились вместе с благородным желанием действительно помочь ближним, не приберегая к канцелярским формальностям и многоглагольству. Но они остаются в бездействии и тратят свое состояние только для личного удовольствия и удовлетворения. А там внизу все бродит. Бедные, как справедливо говорил священник, могут выйти из терпения. Я спешу сказать, что в это самое время Римонес осуществил свое предложение и достал мне лошадь для дерби. Это был чудный зверь под именем Фосфор. Но какого он был завода? Луси не хотел сказать. Я показал его некоторым знатокам, которые были поражены отсутствием в лошади каких бы то ни было пороков. А Римонес, подаривший мне этого редкого коня, упросил меня никого не впускать в конюшню, кроме 2 конюхов, которых он взял из личного состава служащих. Догадок было много насчет действительных качеств Фосфора, но конюха никогда не выказывали всех его преимуществ во время ежедневных тренировок. Я был поражен, когда Луси объявил мне, что его камердинер Амиэл будет жокеем. «Силы небесные!» — воскликнул я. «Разве он умеет ездить верхом?» «Не только умеет, а ездит, как сам черт!» — ответил Луси, улыбаясь. «Вы увидите, он придет первым!» Я лично сомневался в этом. Лошадь нашего премьера бежала, и все держали пари за нее. Мало кто видел Фосфора, а кто его и видел, не мог судить о его шансах к выигрышу, благодаря неотлучному присутствию угрюмых темнолицых конюхов, похожих на Мейла. Откровенно говоря, мне было безразлично, выиграет ли Фосфор или нет. Проигрыш я мог спокойно заплатить, а выигрыш доставил бы мне мимолетное чувство торжества. Ничего не было ни славного, ни доблестного, ни благородного в такой победе. В бегах и скачках действительно нет ничего благородного или интеллектуального. Однако было принято интересоваться скачками и тратить на них деньги. Я последовал общему примеру, только для того, чтобы обо мне говорили. Тем временем Лусио был занят приготовлениями к празднику Вива в мире,
и придумывал разные сюрпризы для гостей, и для меня в их числе. 800 приглашений были разосланы, и высшее общество начало толковать о вероятной прелести предстоящего пиршества. Отовсюду получались утвердительные ответы, только малое количество приглашенных отказались ввиду траура, болезни и тому подобное. В числе последних была и Мавис Клер. Она уезжала к друзьям, жившим на берегу моря, и в весьма любезной записке объяснила мне это и благодарила за приглашение. Прочитав ее письмо, я испытал непонятное для себя чувство огорчения. Ведь Мавис Клер ничего для меня не составляла, это была просто писательница, только милее и приветливее общие уровни писательниц. Однако я почувствовал, что праздник в Вилласмире будет менее привлекателен без нее. Я хотел познакомить ее с Сибиллой, зная, что я этим доставлю своей невесте большое удовольствие, а теперь это уже было невозможно. И эта неудача раздражала меня. Помня данное обещание, я предоставил Римонезу полную свободу действий и даже не ставил ему никаких вопросов, смело доверяя его вкусу и воображению. Я знал только одно, что все работы будут произведены заграничными мастерами, и что Лусия к английским фирмам не обращался. Я спросил князя о причине этого решения, и он, как всегда, ответил мне полушутя, полусерьезно. «Ничего, ничто английское не удовлетворит англичан. Надо все выписать из Франции, для того, чтобы угодить стране, которую сама Франция прозвала «Сетте Перфид Альбион». Вы не смеете иметь список кушаний, не угодно ли подать меню? Все ваши блюда должны иметь французские названия, а то мне они никуда не годятся. Вы обязаны нанять французских танцовщиц и актрис, и ваши шелка должны быть сняты с французских станков. В последнее время нашли даже, что с парижскими модами надо выписать и парижскую безнравственность. Она, конечно, вовсе не к лицу коренастой Британии, которая, обезьянничая парижским манерам, похожа на круглолицого широкоплечего великана с кукольной шляпой на голове. Однако кукольная шляпа теперь в моде. Надо надеяться, что когда-нибудь гигант поймет, до чего он смешон, и откинет шляпку, добродушно смеясь над собственной глупостью. Без нее он вернет свое врожденное достоинство, достоинство, подобающее привилегированному победителю, коего постоянная армия — море. «Очевидно, вы любите Англию», — улыбнулся я. Лусия засмеялся. «Нисколько. Я не люблю Англию больше других стран. Я и мир не люблю, и Англию не люблю, потому что она частица мира. Если бы я мог последовать своему желанию, я расположился бы на одной из блестящих звезд для того, чтобы ударить Землю во время ее полета через бездну и этим ударом уничтожить ее, сгладить ее существование навеки вечные». «Но почему?» — спросил я. «Почему вы так ненавидите мир? Что сделала эта маленькая планета, чтобы вселить в вас такое глубокое отвращение?» Луся посмотрел на меня как-то странно. «Сказать вам почему? Вы никогда не поверите мне». «Ничего», — улыбнулся я, — «говорите». «Вы спрашиваете, что сделала эта несчастная маленькая планета?» — медленно повторил он. «Эта несчастная маленькая планета ничего не сделала. Но то, что боги сделали для этой маленькой планеты, вот что возбуждает во мне гнев и презрение. Они сделали ее живой сферой чудес, одарили ее красотою, взятой из лучших частей далекого рая, украсили ее цветами и листьями, научили ее музыке, музыке птиц и водопадов, и могучих волн, спадающих дождей, убаюкали ее в бездне прозрачного эфира, в ярком свете, ослепляющем глаза простых смертных, вывели ее из хаоса через громовые тучи и огненные шары молнии, чтобы мирно витать в указанном орбите, с одной стороны освещенной живым блеском солнца, с другой — сонным сиянием луны. И в довершение всего этого человека, живущего на ней, одарили бессмертной душой. Вы можете мне не верить, если хотите. Но несмотря на ничтожные взгляды, которые нам удается бросать в область науки, душа, бессмертная душа существует. А боги, я выражаюсь языком древних греков, хотя, по-моему, существует одно только верховное божество. Боги или единый бог —
так настаивает на этом факте, что послал себе подобного на землю, воплотил его в человека, только для того, чтобы убедить мелких несчастных людей в их бессмертии. И ради этого всего я ненавижу эту планету. Разве не существовали, разве не существуют другие лучшие миры, чем этот, который Бог удостоил своим святым присутствием? Некоторое время я молчал в изумлении. «Вы поражаете меня», — воскликнул я наконец. «Вы, конечно, говорите о Христе и противоречите себе. Я помню, что вы отвергали, сердито отвергали звание христианина». «И продолжаю отвергать», — быстро ответил Римонес. «Я не христианин, и я не знаю ни одного настоящего христианина. Скажу вам словами старой пословицы, которую вы верно не знаете. Существовал лишь один христианин, и он был распят. Но хотя я не христианин, я никогда не отвергал существование Христа. Эта наука была внушена мне не по моей воле». «Кем?» — спросил я не без иронии. Луся ничего не ответил. Его сверкающие глаза, казалось, смотрели через меня, в какую-то непонятную даль. И неожиданная бледность покрыла его лицо какой-то загадочной маской. Потом он улыбнулся ужасной улыбкой. Так мог улыбнуться человек, приговоренный к страшной пытке, улыбнуться из хвастовства. «Вы затрагиваете больное место», — сказал он, наконец, с каким-то резким, неестественным голосом. «Мои убеждения насчет религии, веры и прогрессивной эволюции человечества основаны на тщательном изучении тех неприятных истин, от которых человечество отстраняется, пряча лицо в пустынных песках собственных заблуждений. Про эти истины я сегодня говорить не стану. Когда-нибудь в другой раз я открою вам эти тайны». Искаженная улыбка исчезла с его лица, принявшего обыкновенное выражение ума и спокойствия. Я быстро переменил разговор, так как пришел к заключению, что мой блестящий друг, как многие чрезмерно одаренные люди, имеют свою идею фиксы, касающуюся в данном случае вещей сверхъестественных, о которых, по-моему, спорить было невозможно и даже смешно. Мой собственный темперамент, витавший во времена моей бедности между духовными стремлениями и материальной выгодой с тех пор, как я стал богат, внезапно затвердел, превратив меня в обыкновенного светского человека, для которого всякие загадки по отношению невидимых сил, окружающих его, были потерей времени и глупостью. Я поднял бы на смех каждого, кто начал бы мне говорить о законе вечного правосудия, которое, однако, существует не только для отдельных личностей, а для народов, и ведет непоколебимо вперед к добру, а не к злу. Ибо как человек не скрывает этого сам от себя, в нем тлеет искра божества. И если он добровольно оскверняет эту искру, он обязан очистить ее в сильном пламени такого отчаяния и таких угрызений совести, что недаром прозвали их огненной вечной гиенной. Часть 2, глава 22. 21 мая я отправился с Лусио в Вилласмир, желая быть на месте раньше гостей, которых ожидал 22-го. А Миел поехал с нами. Морриса я оставил в Гранд-отеле, чтобы присмотреть за вещами и выслать могущие быть на мое имя телеграммы и письма. Погода стояла тихая, теплая и светлая. Молодой месяц чуть виднелся над горизонтом, когда мы уселись в коляску, дожидавшую нас около пустынной маленькой станции. Железнодорожные служащие поклонились нам обоим с подобострастной вежливостью, смотря на Лусио не то со страхом, не то с удивлением. Когда мы въехали в чудную аллею Вилласмир, усаженную дубом и березой, я не мог удержать восторженного крика при виде праздничных украшений. Многочисленные арки, отделанные флагами и цветами, составляли нечто вроде свода. Гирлянды чудных цветов висели между деревьями, соединяя даже нижние их ветви. Вход в дом был задрапирован пунцовым шелком, подобранным пышными белыми розами. А когда мы вышли из коляски, дверь бесшумно распахнулась, и перед нами явился изящный паж в красной ливрее, шитой золотом. «Мне кажется, — обратился ко мне Лусио, — что вы найдете все благоустроенным, конечно, насколько земные средства это позволяют.
Всех служащих я нанял исключительно для этого случая. Я с ними уже договорился, и они знают свои обязанности. Вы можете быть совершенно покойны». Я положительно не находил слов, чтобы выразить свое бесконечное довольство и поблагодарить князя за изысканность, с которой весь дом был украшен. Я бродил по комнатам и восхищался все более и более при виде всего того, что может дать богатство. Бальная зала превратилась в маленький театр. Сцена была отделена толстой занавесью из золотистого шелка, на которой виднелись известные строки Шекспира, начертанные выпуклыми буквами. «Весь мир — сцена! Мужчины и женщины — актеры!» Гостиная, находящаяся рядом с залой, поражала своей феерической красотою. Вокруг стен были расположены клумбы пышных роз, белых и красных. В одном углу эти розы возвышались почти до потолка, скрывая помещение, приготовленное для оркестра. «Я заказал несколько живых картин, чтобы заполнить время», — небрежно заметил князь. «Светским людям все скоро надоедает. Приходится придумывать разные удовольствия, чтобы развлечь мозги тех, которые не желают или не могут занять их чем-нибудь дельным. Люди даже не способны долго разговаривать, так как им положительно не о чем говорить. Нет, не выходите в сад. Оставьте себе несколько сюрпризов на завтрашний день. Пойдемте лучше обедать». И, взяв меня за руку, Лусио повел меня в столовую. Стол был накрыт особенно изящно. И 4 лакея в пунцовых ливреях, шитых золотом, дожидали нас. Амиел, весь в черном, как всегда, степенно стоял за стулом своего хозяина. Мы насладились роскошным, изысканным обедом, по окончании которого вышли на террасу, чтобы покурить. «Вы все делаете как бы по волшебству, Лусио», — сказал я с удивлением, глядя на своего друга. «Все эти чудные декорации, воспитанные лакеи». «Деньги, друг мой, все деньги», — прервал меня князь со смехом. «Деньги жезла дьявола. Они дают вам роскошную жизнь короля, без его ответственности. Вопрос лишь сводится к цене». «И к вкусу», — заметил я. «Да, и к вкусу. Некоторые богачи имеют меньше вкуса, чем любой мелкий торговец. Я знаю одного такого креза, который неминуемо привлекает внимание гостей к ценности своей обстановки. Последний раз, когда я был у него, он показал мне безобразное фарфоровое блюдо, единственное в своем роде во всем мире, и объявил мне, что заплатил за него 1000 фунтов. «Сломайте его», — тихо сказал я. «У вас, по крайней мере, будет приятное сознание, что вы уничтожили на 1000 фунтов безобразие. Я жалею, что не вы не видели выражения его лица. После этого он мне больше ничего не показывал». Я засмеялся, и мы прошлись несколько раз по террасе молча. Внезапно я заметил, что князь пристально смотрит на меня. Я обернул голову. Наши глаза встретились. Лусио улыбнулся. «Я задумался над вопросом, что стало бы с вашей жизнью, если бы вы не унаследовали ваших миллионами и не встретились бы со мной?» «Вероятно, я умер бы с голоду», — ответил я. «Умер бы, как крыса в своей норе, от нужды и несчастья». «Не думаю», — задумчиво сказал Римонес. «Пожалуй, вы сделались бы великим писателем». «А чего вы это говорите теперь?» — спросил я. «Потому что я только что прочел вашу книгу. В ней тонкие мысли. Если бы эти мысли истекали из искреннего убеждения, со временем они овладели бы толпой, потому что они здоровые и ценные. Например, вы пишете о Боге. Однако, судя по вашим же словам, вы в Бога не верили, когда писали о нем. Итак, ваша книга не истекает из внутреннего искреннего убеждения. И в этом лежит тайна вашей неудачи. Каждый читатель ясно видит, что вы не верите тому, что пишете. А труба бессмертной славы звучит лишь для искренних писателей». «Ради Бога, не будемте об этом говорить», — воскликнул я в раздражении. «Я знаю, что в моем творчестве чего-то не хватает. Ваше суждение может быть правильным, но я не желаю об этом думать. Пусть моя первая книга пропадет. В будущем я, пожалуй, напишу что-нибудь лучшее». Лусио ничего не ответил. Докурив свою сигару, он далеко отбросил окурок и повернулся ко мне. «Я удаляюсь», — сказал он. «Мне еще надо сделать несколько распоряжений, а потом я пойду к себе. Спокойной ночи». «Вы берете на себя слишком много», — сказал я. «Не могу ли я в чем-нибудь помочь вам?» «Нет, не можете», — улыбнулся Лусио. «Когда я что-нибудь предпринимаю, то не люблю, чтобы мне мешали. С
«Спите хорошо и встаньте пораньше». И, дружелюбно кивнув мне головою, князь медленно удалился. Я посмотрел ему вслед, пока его высокий, стройный облик не скрылся в дверях. Потом, закурив свежую сигару, я спустился в сад, где в живописных уголках виднелись пестрые палатки и цветами обвитые беседки, дожидавшие приезда гостей. Я взглянул на небо, оно было безоблачно и ясно, дождя не предвиделось. Неожиданно для самого себя я открыл калитку и через несколько минут очутился перед виллой лилий. Дом выглядел угрюмо и безмолвно. Я знал, что Мави Склер была в отсутствии, недаром место, где она жила, казалось грустным и унылым без нее. Ветки ползучих роз беспомощно висели на стене, как бы прислушиваясь к первому звуку ее приближающихся шагов. На лужайке, где я впервые увидал ее, играющей с собаками, несколько высоких лилий белели на фоне темного неба. Их чистые сердца открыто внимали сияние звезд и вздохом благоуханного ветерка. Запах душистого дерна и жимолости наполнял воздух. Я облокотился на низкий забор, вглядываясь в тонкие тени деревьев, падающих на траву. И в ту же минуту где-то невидимо тихо запел соловей. Нежный, но грустный голос маленького певца задрожал в тишине, наполняя ее как бы серебристыми каплями звучной мелодии. Я слушал в каком-то оцепенении, пока глаза не помутились от внезапно навернувшихся слез. Как это ни было странно, но в эту минуту я не думал о своей невесте. Лицо другой женщины предстало моему воображению. Лицо не столь красивое, сколь ласковое, озаренное сиянием двух нежных, грустных, удивительно невинных глаз. Лицо, которое могло бы принадлежать юной Дафнее с таинственным венком, осеняющим ее голову. А соловей продолжал петь, высокие лилии тихо колыхались на своих тонких стеблях, как бы одобряя невидимого певца. Сорвав одну из ползучих роз, я отвернулся с неприятным чувством тоски, причину которой я объяснить себе не мог. Отчасти я приписал его сожалению, что когда-либо позволил себе критиковать чудную владелицу этого домика, где довольство и мир жили бок о бок в товарищеском уединении. Однако это было не все. Было еще что-то в моем уме, что-то непонятное, неопределенное, но весьма грустное. Впоследствии я узнал причину этого состояния, но, увы, слишком поздно. Возвратившись в свои владения, я увидал ярко-красный свет в одном из верхних окон замка. Свет мерцал, как блестящая звезда. Благодаря этому освещению я без труда проник в дом, где меня дожидался юный паж в пунцовой ливрее. Он провел меня до моей комнаты, где я застал Амиеля. «Князь у себя?» — спросил я его. «Да, сэр». «В его окне красная лампа, не правда ли?» Амиель призадумался. Хотя его вид был вполне почтительный, мне показалось, что на его губах блуждала улыбка. «Мне кажется, должно быть есть, сэр». Я ничего больше не спросил, и Амиель молча приступил к исполнению своих обязанностей. «Спокойной ночи, сэр», — сказал он наконец, глядя на меня без всякого выражения в своих лисьих глазах. «Спокойной ночи», — ответил я холодно. Амиель вышел из комнаты с обычной вкрадчивостью хищной кошки. Он едва успел уйти, как, движимый внезапным приливом ненависти к нему, я кинулся к двери и закрыл ее на ключ. Нервно затаив дыхание, я прислушался. В доме царила безмолвная тишина. Я простоял так по меньшей мере четверть часа в ожидании чего-то, но чего, я сам не знал. Глубокая тишина, однако, не нарушалась. Со вздохом облегчения я бросился на роскошную постель, достойную служить ложем королю, быстро заснул и увидел во сне, что я вновь беден, но бесконечно счастлив. Я жил опять в своей старой квартире и работал усердно, сознавая, что в этот раз мой труд пожнет всеобщее одобрение. В соседней комнате мой невидимый сосед играл на скрипке. Но в этот раз торжественные мотивы дышали радостью и восторгом. И пока я писал в приливе восторженного вдохновения, забыв бедность и мирские невзгоды, я слышал, как отдаленное эхо, пение соловья, и видел в далеком тумане, но направляющегося ко мне светло-крылатого ангела с лицом Мави Склер.
Утро стало ясное. В безоблачном небе солнце разбросало свои первые опаловые лучи. Никогда мне еще не приходилось видеть столь чудные картины. Виллась мир со своими живописными окрестностями был весь освещен радостным сиянием весны, почти превратившейся в юное лето. Мое сердце горделиво забилось при виде моих владений. «Как я буду счастлив здесь», — подумал я, — «когда Сибилла прибавит свою упоительную красоту к волшебной прелести природы». «Пусть философы говорят, что хотят», — прибавил я вполголоса, — «но деньги все-таки создают счастье. Слава — вещь хорошая. Но что может значить слава, если человек, как кормил, слишком беден, чтобы насладиться ею? К тому же литература уже не пользуется прежним обаянием. В наше время слишком много писателей, слишком много журналистов, корчащих из себя гениев, слишком много скверно воспитанных женщин, которые метят в Жорж Занды. Ради Сибиллы и Вилла Смира я готов отрешиться от славы. Но я знал, что обманываю себя, что мое желание стать между знаменитыми людьми мира было так же сильно, как раньше. Я знал, что продолжаю завидовать умственному отличию, силе и гордости, которая делает из мыслителя властелина своей страны. Но я не хотел даже мечтать о столь несбыточном желании. Я заставлял себя наслаждаться прелестью настоящего, как пчела, высасывающая мед из цветка, и сошел вниз, чтобы пить кофе с Лусией в наилучшем расположении духа. «Ни единого облака на небе», — сказал с улыбкой князь, когда я взошел в светлую столовую с широко раскрытыми окнами. «Ваш прием увенчается успехом, Джеффри». «Благодарю вас», — сказал я. «Лично я ничего не знаю о ваших планах, но я убежден, что все, что вы делаете, — совершенство». «Вы делаете мне честь», — ответил Лусия с легким смехом. «Вы ставите меня выше Творца, так как, по мнению современных людей, все, что он сделал, весьма скверно сделано. Люди укоряют его вместо того, чтобы его славить, и относятся к его законам весьма неодобрительно». Я засмеялся. И мы уселись к столу, где нам прислуживали лакеи, великолепно дрессированные, и коих цель жизни, казалось, состояла в том, чтобы угодить нам. В доме не было никакой суеты. Нельзя было предположить, что в тот же день ожидалось такое множество гостей. Окончив кофе, спросил я Лусио, в котором часу должны приехать музыканты. «Около 12», — ответил он. «Может быть, и раньше. Но в котором часу они бы не приехали, все будут все на месте вовремя. Об этом не беспокойтесь. И артисты, и музыканты, которых я нанял, знают, что со мной шутки плохи». И какая-то зловещая улыбка заиграла на губах Лусио. «Из ваших гостей никто не может приехать раньше часа. Я заказал для них экстренный поезд из Лондона. Завтрак будет сервирован в саду в 2 часа. Но если вам хочется до этого развлечься, то выйдите на лужайку. Там как раз ставят майский столб». В Англии еще существует древний народный обычай. В мае месяце ставят разукрашенный столб, вокруг которого пляшут. «Майский столб», — воскликнул я, — «это великолепная идея!» В былые времена идея была, безусловно, хорошая. Девушки и парни обладали еще молодостью, здоровьем и весельем. Хоровод доставлял им удовольствие и никому вреда не причинял. Но теперь даже в деревнях молодежи нет. Остались лишь нервные старики и старухи, которые проводят жизнь медленно, с усталым видом, рассуждая о пройке существования, насмехаясь над искренним чувством и наслаждаясь только пороком. Для них столь невинное развлечение, как пляс вокруг майского столба, уже не существует. Итак, мы нанимаем танцоров для майских праздников. Исполнение, конечно, лучше, но навряд ли можно достичь того же «Энтре». Теперь это просто хорошенькое зрелище. «Танцоры уже приехали?» — спросил я, подходя к окну с чувством любопытства. «Нет еще. Но столб стоит во всей своей красе. Советую вам пойти и взглянуть на него». Я последовал совету князя и вскоре увидал пеструю колонну, ставшую эмблемой народного празднества еще со времен Шекспира. Несколько рабочих разматывали длинные ветки цветов, смешанные с разноцветными яркими лентами. На открытой лужайке, окруженной старыми вековыми деревьями, вид разукрашенного столба был чрезвычайно живописен. Подойдя к одному из рабочих, я выразил ему свое одобрение.
Он посмотрел на меня угрюмо из-под лобья, но ничего не ответил. И я заключил, судя по смуглым чертам его лица, что он по-английски не понимает. Я заметил не без раздражения, что и остальные рабочие, иностранцы, и по типу похожие на ненавистного мне Амиэла. Но вспомнив, что Лусия сообщил мне насчет необходимости нанимать иностранцев, я не придал этому факту особенного значения и вскоре вовсе забыл о нем. Утренние часы пролетели так быстро, что я не успел разглядеть всех праздничных приготовлений, коими сад был переполнен. Благодаря этому я также мало знал о предстоящих развлечениях, как и мои гости. Я с любопытством дожидался приезда музыкантов и танцоров. Однако я мог бы употребить время на более полезные занятия, так как не увидал их. В час и Лусио, и я, мы были наготове для приема приезжих. И в 20 минут второго первая часть наших важных гостей явилась. В их числе были Сибилла и ее отец. Я стремительно бросился встречать свою невесту, когда она выходила из коляски, привезшей ее со станции. В тот знаменательный день она была безукоризненно хороша и выделялась как блестящая звезда среди остальной публики. Я поцеловал ее маленькую ручку, обтянутую перчаткой, с большим благоговением, с большим, чем поцеловал бы руку королевы. «Приветствую вас в вашем родном гнезде, Сибилла», — сказал я тихо и нежно. Девушка приостановилась, взглянула на старый замок, и глаза ее наполнились слезами. Она оставила свою руку в моей, и я повел ее к разукрашенному цветами входу, где Лусио дожидал нас с улыбкой на устах. Внезапно два маленьких пажа, одетых в белые атласы с серебром, выскочили неизвестно откуда и посыпали весь путь, который Сибилла должна была пройти, лепестками розовых и белых роз. Они исчезли так же быстро и незаметно, как появились. Моя невеста вся вспыхнула от удивления и радости. «Как это мило с вашей стороны, Джеффри!» — обратилась она ко мне. «Надо быть поэтом, чтобы придумать столь красивое приветствие». «Я жалею, что не я заслуживаю эту похвалу», — сказал я, глядя на нее с улыбкой. «В данном случае поэт — князь Римонес. Все, что касается сегодняшних празднеств, выдумано и устроено им». Опять густая краска покрыла ее лицо, и она протянула Лусио руку. Князь почтительно поклонился, но не поцеловал ее руки, как он это делал при встрече с мисс Клер. «Мы взошли в дом, потом вышли опять в сад». А лорд Элтон шел сзади и восторгался всеми новшествами, введенными в его старое владение. Мало-помалу лужайка перед домом покрылась пестрыми группами изящно одетых людей, и мои обязанности хозяина начались. Меня приветствовали, поздравляли, десятки лицемеров радушно трясли мою руку, молча преклоняясь перед моим богатством. «Если бы я внезапно обеднел, — подумал я не без горечи, — ни один из них не одолжил бы мне шиллинга». Гости продолжали приезжать партиями. Когда их собралось около 300, неизвестно откуда послышалась чудная музыка. И масса пажей в одинаковых пунцовых, шитых золотом ливреях принесли груды чудных букетов, которые они и раздали дамам. Восторженные восклицания раздались со всех сторон. Восклицания, которые в большинстве случаев были шумны и крикливы, так как высшее общество перестало вырабатывать себе мягкость голоса и правильность выговора. Чем громче эти представительницы high life, высшей жизни, говорят, чем больше выражения они перенимают из своих кучеров и лакеев, тем они довольнее. Я, конечно, говорю о молодой аристократии. Между старыми дамами есть еще некоторые, которые продолжают держать себе принципа «noblesse oblige», но на них никто не обращает внимания, так как они считаются отжившими и скучными. Большинство моих гостей приехало просто из чувства любопытства, чтобы посмотреть, что человек с 5 миллионами способен сделать. Другие старались узнать подробности о моей лошади Фосфоре и сколько она имеет шансов выиграть дерби. А остальные приглашенные бесцельно бродили по саду с наглостью или завистью, рассматривая друг друга и не обращая никакого внимания на природную красоту сада и окрестностей. Отсутствие ума нынешнего общества редко так поражает нас, как в эти гарден-парти, где беспокойные гости двигаются беспрестанно, не останавливаясь даже 5 минут. Для разговора друг с другом чаще всего они окончательно примыкают к буфету или оркестру. В данном случае они лишились последнего убежища, так как оркестр не был виден, а музыка, упоительная и сладкая, раздавалась то в одной части сада, то в другой. Но никто не слушал ее с особенным вниманием.
Зато все в один голос хвалили великолепный завтрак, сервированный за раз в 12 палатках. Ожидаемые гости все уже прибыли, так что я мог отдохнуть от обязанностей хозяина, и, пригласив Сибиллу завтракать со мною, я решил посвятить ей весь остальной день. Моя невеста была в самом чудном настроении, ее смех раздавался звонко, как смех счастливого ребенка. Она была добра со всеми, даже с Дианой Чезни, которая, видимо, очень веселилась и с жизнерадостностью, свойственной американкам, играла в флирт, как она играла бы в теннис. Картина была действительно чрезвычайно красивая. Светлые костюмы дам резко выделялись на фоне пунцовых ливреев многочисленных лакеев. И Лусио, красивый и гордый, медленно проходил из одной палатки в другую, и у каждого стола его чудный голос звучал столь же приветливо и ласково. Влияние князя было непреодолимо. Он возбуждал скучных, вдохновлял умных, поддерживал застенчивых и соединял все враждебные элементы положений, характеров и мнений в одно целое, коим он управлял с такой же легкостью, как любимый оратор управляет толпой. Я тогда не знал то, что знаю теперь. Не знал, что Луси поработил всю эту блестящую толпу, всех этих лицемеров и шутов, преклоняющихся перед его тайной властью так же покорно, как слабый тростник ложится перед ветром, что он с ними делал все, что хотел, как это делает и по сю пору. Бог мой! Если бы эти сластолюбивые, смеющиеся безумцы могли бы только понять, какими ужасами они были окружены во время этого пиршества, какие страшные слуги покорно исполняли их прихоти, какие неведомые страхи скрывались за миражом гордости и тщеславия. Но, к счастью, занавес был спущен, и только для меня впоследствии он поднялся. По окончании завтрака раздалась веселая деревенская песня, и насыщенные гости перешли на лужайку по ту сторону дома. Крики восторга раздались при виде майского столба, и я присоединился к ним, так как положительно не ожидал ничего столь живописного и красивого. Вокруг столба в два ряда стояли маленькие дети, столь изящные и красивые, что свободно можно было принять их за жителей волшебного царства. Мальчики были одеты в зеленые куртки с розовыми шапочками на кудрявых волосах. Девочки красовались в белых прозрачных платьицах, распущенными волосами, переплетенными свежими цветами. Как только появились гости, эти маленькие существа начали танцевать. Я смотрел на них с таким же восторгом, как и другие, и удивлялся поразительной легкости и грации, с которой эти дети бегали и танцевали. Их маленькие ножки, казалось, едва трогали землю, а лица были так красивы, глаза так весело сверкали, что нельзя было глядеть на них без восхищения. Аплодисменты становились все громче и громче. До самого апофеоза, когда мальчики, взобравшись на столб, стали бросать оттуда букетики чудных душистых цветов. Грациозные танцовщицы ловили их и, в свою очередь, бросали их в публику. Сибилла, стоя рядом со мной, не могла прийти в себя от восторга. «Как это красиво!» — восклицала она. «Неужели это тоже идея князя?» Я утвердительно кивнул головой, и она прибавила: «Откуда князь достал таких прекрасных детей?» Я не успел ответить, как внезапно Луся выдвинулся вперед и повелительно махнул рукой. Мгновенно дети отстранились от майского столба и, захватив гирлянды цветов и лент, быстро убежали и скрылись между деревьями. «Ах, верните их!» — умоляла Сибилла, ласково кладя свою руку на руку Лусио. «Я бы так хотела поговорить с двумя-тремя из самых красивых!» Князь посмотрел на нее с загадочной улыбкой. «Вы делаете им слишком много чести, леди Сибилла», — ответил он. «А они не привыкли к такому снисхождению и навряд ли оценили бы его. Эти дети — наемные артисты, и, как большинство людей этого класса, от похвалы они делаются нахальными». В ту же минуту к нам подбежала Диана Чезни. Она с трудом переводила дыхание. «Я не могла их догнать», — объявила она, тяжело задыхая, «хотя бежала за ними, что было сил. Какие чудные дети! Я хотела поцеловать одного из мальчиков, но они исчезли бесследно, как будто провалились сквозь землю». Опять Луси улыбнулся. «Им дан строгий приказ», — ответил он кратко, — «и они его исполняют». Внезапно солнце скрылось за темной тучей, и раздался раскат грома. В
Вокруг все было ясно и светло, за исключением этой единственной тучи. «Пустяки», — сказал один из гостей. «Это отдаленная гроза, здесь дождя не будет». Я подошел к Сибиле и увел ее в сторонку. «Пойдемте к реке», — шепнул я. «Я хочу вас видеть хоть одну минуту наедине». Она уступила моей просьбе, и мы отделились от толпы и медленно пошли по тенистой аллее к берегу Авона. Тут действительно никого не было. Я взял невесту в свои объятия и нежно поцеловал ее. «Скажите мне», — шепнул я, улыбаясь, — «не научились ли вы любить?» Сивила посмотрела на меня с таким страстным выражением в темных глазах, что я почти испугался. «Да, научилась», — ответила она порывисто. «Научились?» — повторил я, пристально рассматривая ее красивое лицо. «Когда и как?» Она покраснела, потом побледнела и нервно, почти лихорадочно прижалась ко мне. «Внезапно и очень странно», — ответила она. «Но урок был легок, слишком легок, Джеффри». Она запнулась, потом, глядя мне прямо в глаза, продолжала. «Я скажу вам, как я научилась, но не теперь, когда-нибудь в другой раз, когда я буду вашей женой». Тут она нервно расхохоталась, быстро оглянулась, потом, сбросив свою обычную холодную сдержанность, кинулась мне на грудь и поцеловала меня в губы с такой пылкой страстью, что я окончательно потерял голову. «Сибила, Сибила!» — шепнул я, прижимая ее к сердцу. «Дорогая, наконец! Наконец вы меня любите!» «Тише, тише!» — ответила она, задыхаясь. «Вы должны забыть этот поцелуй. Это вышло нечаянно. Я думала о чем-то другом, Джеффри. Ее маленькая рука сжала мою с какой-то неестественной силой. Я жалею, что поняла, что такое любовь. Я была счастливее, когда этого не знала». Ее брови нахмурились, и она продолжала говорить все так же нервно и торопливо. «Теперь я нуждаюсь в любви. Я жажду ее. Я хочу утонуть в ней, уничтожиться, умереть ради нее. Ничто другое не может удовлетворить меня». Я прижал ее к себе еще сильнее. «Не говорил ли я вам, Сибила, что вы изменитесь?» — шепнул я. «Ваша невозмутимая холодность была неестественна и не могла долго продолжаться. Дорогая, я понял это сразу». «Вы это поняли сразу», — говорила она слегка пренебрежительным голосом. «Но вы и теперь не понимаете, что стало со мною. И я вам пока этого не скажу, Джеффри», — продолжала она, слегка отстранившись и срывая несколько голубых колокольчиков в изобилии растущих на поляне наших ног. «Посмотрите на эти цветочки, невинно и мирно растущие на берегу Авона. Они напоминают мне о том, чем я была. Тут, на этом самом месте, я была вполне счастлива и так же невинна, как они. Я даже не подозревала, что существует зло. И единственная любовь, о которой я мечтала, была любовь волшебного принца к волшебной принцессе. Любовь чистая, как эти цветы. Да, я была такой, как желала быть теперь бы». «Вы прекраснее и лучше всего на свете», — сказал я ревностно, с восторгом глядя на сменяющееся выражение ее безупречно красивого лица. «Вы суете, как каждый мужчина, выбравший жену по своему вкусу», — заметила Сибила, возвращаясь к своему обычному тону холодного цинизма. «Однако я знаю себя лучше, чем вы меня знаете. Вы говорите это, что я прекрасная и чудная, но вы не можете сказать, что я добрая. Нет, я не добра, ведь и любовь, которая меня сжигает...» «Что?» — перебил я, быстро хватая ее руки, наполненные голубыми колокольчиками и пытливо вглядываясь в ее лицо. «Я знаю раньше, чем вы это скажете, что ваша любовь чиста и нежна, как должна быть любовь женщины». Сибила ничего не ответила и улыбнулась чарующей улыбкой. «Если вы знаете, то мне нечего вам говорить», — ответила она наконец. «Но нам пора возвратиться к гостям, а то вас обвинят в неумении принимать». «Некому меня обвинять», — сказала я, нежно обнимая ее. «Я репортеров не приглашал». «Вот трубы дома, где живет знаменитая Мавис Клер», — внезапно заметила моя невеста. «Да», — ответил я быстро. «Ремонес и я, мы сделали ей визит. Ее сейчас нет, а то она была бы у меня сегодня». «Она вам нравится?» — спросила Сибила. «Очень. Она очаровательна. А князь также очарован ею?» «Мне кажется», — ответил я, улыбаясь, — «что она ему нравится больше остальных женщин. Он был крайне вежлив с ней, даже казался смущенным в ее присутствии». «Но вам холодно, Сибила?» — воскликнул я, с тревогой глядя на ее побледневшее лицо. «Уйдем лучше подальше от реки, здесь действительно сыро».
«Да, вернемтесь в сад, там солнце», — ответила девушка рассеянно. «Итак, ваш оригинальный друг и ненавистник женщин нашел, однако, возможным преклониться перед Мавис Клер. Какая она счастливая! Свободная, знаменитая, она верит во все хорошее и в жизнь, и в человечество, если судить по ее книгам. Что же, в общем, жизнь далеко не скверная вещь», — игриво заметил я. Сибилла ничего не ответила, и мы вернулись к гостям, которые распивали чай под тенью деревьев и услаждались невидимой музыкой, место пребывания которой было известно одному только Лусио. Солнце начало садиться, когда из дома вышло несколько маленьких пажей и стали раздавать гостям разукрашенные афиши, на которых золотыми буквами были напечатаны слова «Табло Виван». Все устремились в театр. Я поспешил занять хорошие места для себя и своей прелестной невесты. Было бы чересчур долго описывать все картины. Опишу лишь последнюю, поразившую нас своим реализмом. Она была заглавлена «Вера и материализм». Электричество в зрительной зале было потушено, занавес взвился, и мы увидали чудную картину, изображавшую берег Южного моря. Луна бросала свое серебристое сияние на тихие воды. С земли поднялось лучистое существо, достойное пера поэта. И медленно поплыло вверх к небесам, прижимая к груди ветку свежих душистых лилий, с выражением надежды, радости и любви в лучезарных очах. Чарующая музыка раздавалась вдали. Долетали звуки какой-то песни восторга и упоения. Небо и земля, воздух и море, казалось, благоговейно следили за полетом чудного ангела. Как вдруг раздался сильнейший раскат грома. Сцена потемнела, и послышался рев бушующих волн. Луна скрылась, музыка прекратилась. Появилась легкая струя красного света, объявшая через несколько мгновений все окружающее. Обнаружился материализм в виде человеческого скелета, улыбавшегося своим беззубым ртом. Мы еще смотрели на него, когда он внезапно распался. Огромный червь явился над грудой костей, другой медленно пробирался через отверстие глаз. Возгласы отвращения и ужаса раздались в зале. Публика поднялась на ноги, и один знаменитый профессор толкнул меня, чтобы скорее уйти. «Не знаю, кому такая картина может понравиться, она противна», — сердито пробормотал он. «Как ваши теории, милый профессор», — засмеялся Луси, и в ту же минуту театр вновь осветился. «Для иных они забавны, для других противны. Вы меня простите, но я придумал эту картину специально для вас». «Неужели?» — гневно спросил профессор. «Однако я не оценил ее». «Меня это поражает, так как с научной точки эта сцена вполне правильна», — объявил Луси и громко засмеялся. «Вера, которую вы увидали, радостно поднималась к невозможному раю. Неправильно с научной точки зрения. Вы это говорили не раз. Но скелет и черви — суть основания вашего мировоззрения. Ни один материалист не может этого отвергнуть». Однако некоторые дамы даже побледнели. Как это смешно. Чтобы не отстать от современного веяния, они придерживаются материализма как единственной возможной веры. А при виде естественного разложения человеческого тела они пугаются. «Во всяком случае, сюжет вашей последней картины непривлекателен», — заметил лорд Элтон, выходя из театра под руку с мисс Чезни. «Веселья в ней мало». «Червям зато весело», — возразил Луся. «Но вернемтесь в сад, его сейчас будут освещать». При этих словах любопытство вновь возгорелось, и гости сбросили с себя тяжелое впечатление, вызванное последней картиной, и высыпали в сад, разговаривая и смеясь еще громче прежнего. На дворе почти уже стемнело, и в полумраке мы увидали массу коричневых, как мне показалось, мальчиков, бегающих взад и вперед, развешивая разноцветные фонари. Они двигались быстро и бесшумно, лазили по деревьям с ловкостью обезьян, ныряли под кустами и повсюду за собой оставляли яркое освещение. Вскоре, благодаря их усилиям, сад был освещен с такой роскошью, которой, пожалуй, не достигали исторические празднества в Версале. Высокие дубы и кедры превратились в пирамиды огоньков.
Каждая ветка сплошь увивалась лампочками в виде звезд. Ракеты извивались к небу и с высоты бросали на землю огненные дожди. Дорожки были окружены синими и красными фонариками, и в различных частях сада 8 огромных разноцветных фонтанов мгновенно забили. В то же время с земли внезапно поднялся золотой шар и остановился не особенно далеко над головами зрителей. Из этого шара полетело бесконечное число ярких бабочек, которые, покружившись, в веселом вихре медленно исчезали. Пока мы еще восторженно аплодировали этому чудному небесному зрелищу, на лужайке явились девушки редкой красоты, одетые в белом. В руках они несли серебряные жезлы, украшенные блестящими звездами. И под звуки музыки, раздававшейся издалека и похожей на звон стеклянных колокольчиков, они начали танцевать какой-то фантастический, дикий, но в высшей степени грациозный танец. Освещение все время менялось, переходя с одной тени в другую. Картина была столь необыкновенна, столь феерична, что никто из нас не мог вымолвить ни слова. Поглощенные этим восхитительным зрелищем, мы не замечали, как шло время и какими быстрыми шагами ночь надвигалась на нас. Внезапно над нашими головами раздался потрясающий раскат грома и молнии. С быстротой стрелы ударили в огненный шар, разрывая его на мелкие части. Две или три дамы вскрикнули от испуга. Луся выдвинулся вперед и поднял руку. «Бутафорский гром, уверяю вас», — сказал он, не то игривым, не то насмешливым голосом. «Гром, который повинуется моим приказаниям, это входит в программу дня. И ничто, как невинная забава». «Еще, еще, о, мелкие стихии!» — воскликнул он, поднимая к небесам свое темное красивое лицо. «Ударьте в нос, насколько можете сильнее!» Оглушительный удар последовал за его словами, как будто огромная каменная гора внезапно разверзлась. Но, успокоенно уверениями, что гром был не настоящий, зрители внимали ему спокойно, лишь уверяя друг друга, что иллюзия была полная. Мало-помалу небеса осветились огненным сиянием. Стали кружиться со смеющими лицами белоснежные танцовщицы, а над ними витало множество черных летучих мышей и сов, казавшихся вполне живыми. Еще один раскат грома, еще краткий ослепительный блеск молнии, и тихая благоухающая ночь вступила в свои права. Молодой месяц задумчиво улыбнулся с безоблачного неба, танцовщицы исчезли, огненный свет перешел в мягкое серебристое сияние, и бесконечное количество пажей, одетых в костюмы 18-го столетия, с факелами в руках, выстроились рядами, образуя длинную аллею, по которой Луся просил нас пройти. «Вперед! Вперед, дорогие гости!» — кричал он. «Эта случайная дорожка ведет не в рай, а к ужину. Следуйте за мной!» Все присутствующие невольно посмотрели на князя. Стоя между зажженными факелами, он был достоин кисти лучшего художника. В его темных глубоких глазах светилось какое-то безумное веселье и улыбка, жестокая, но чарующая, играла на его красивых устах. Кто мог бы устоять против него? Все, как один человек, кинулись за ним. Я был в их числе. Все, что происходило, казалось мне каким-то волшебным сном. Голова кружилась от возбуждения. Я не мог думать, тем более не был способен анализировать своих ощущений. Если бы я обладал достаточной силой воли, чтобы остановиться и одуматься, я, вероятно, понял бы, что во всем, что происходило, было что-то сверхъестественное, недостижимое исключительно человеческими средствами. Но, как и остальные гости, я жаждал только веселья данной минуты, не задаваясь вопросами, как оно достигалось и как оно могло влиять на посторонних лиц. Скольких людей я знаю, которые по сие время действуют так же эгоистично и необдуманно. Равнодушные к благополучию, кого бы то ни было, кроме самих себя, жалея каждую копейку, истраченную не для личного удовольствия, и черствуя горю и заботам, не относящиеся к ним лично, эти люди проводили всю жизнь в бесполезных занятиях, добровольно игнорируя ту печальную участь, которую они себе готовят в будущем. Туманном будущем, которое станет тем более страшной действительностью,
тем больше они отвергали возможность его существования. Около 400 гостей поместилось в большом павильоне, ужин был сервирован в высшей степени роскошно и состоял из самых изысканных и дорогих блюд. Я ел и пил рядом со своей невестой, почти не сознавая, что делал и что говорил. До такой степени были взвинчены мои нервы. Откупоривание бутылок шампанского, звон стаканов, стук тарелок, говор многочисленных гостей, раскаты почти пьяного смеха под аккомпанемент шумного оркестра — все это наполняло мне уши, и временами я положительно терял голову. С Сибилой я говорил мало. Трудно шептать любовное признание невесте, когда она поглощена едой трюфелей. Общий гул был прерван 12 ударами в колокол. В ту же минуту Лусия встал с председательского места и высоко поднял полный бокал пенящегося шампанского. Воцарилось глубокое молчание. «Милостивые государи, милостивые государыни!» — начал он, обводя блестящими и, как мне казалось, презрительными глазами насыщенную публику. «Пробила полночь, и лучшие друзья должны расстаться. Но до разлуки мы не должны забыть, что мы приехали сюда, чтобы пожелать счастья нашему хозяину, мистеру Темпесту, и его невесте, леди Сибилле Элтон». Тут его речь была прервана громкими рукоплесканиями. «Существует предание, — продолжал Лусио, — что фортуна никогда не посещает человека с руками, наполненными дарами. Но в этот раз предание опровержено, ибо наш друг не только удостоился несметного богатства, но и невесты, воплощающей в себе красоту и любовь. Бесконечное количество денег хорошо, но беспредельная любовь лучше. Эти драгоценные преимущества оба принадлежат помолвленной чете, которую мы сегодня чествуем. Прошу вас всех выпить за их здоровье, после чего придется пожелать друг другу спокойной ночи. Однако разлука с вами мне тяжела, а потому с лучшими пожеланиями жениху и невесте я поднимаю бокал еще за то, чтобы в скором времени вновь увидеться с вами и провести в вашем обществе еще более продолжительное время, чем сегодня». Бесконечные аплодисменты ответили на речь князя. Все гости встали, повернулись к тому месту, где я сидел с невестой, и выпили за наше здоровье при криках громких «Ура!». Но пока я раскланивался, и Сибилла приветливо улыбалась направо и налево, я невольно ощутил нечто вроде страха. Не знаю, был ли это плод моей разыгравшейся фантазии, но мне показалось, что вокруг палаток раздавались раскаты бешеного смеха, подхваченными отдаленным эхо. Я прислушался с бокалом в руке. «Ура! Ура!» — кричали гости. «Ха-ха-ха!» — послышалось мне в ответ. Стараясь отогнать от себя это впечатление, я встал и поблагодарил гостей за их доброе пожелание. В ту же минуту Лусия показался высоко над толпою. Он стоял на своем стуле с одной ногой на столе. В руках был вновь наполненный бокал. Какое у него было лицо в эту минуту! Какая улыбка! «Прощальный кубок, друзья!» — воскликнул он. «До скорого свидания!» Гости восторженно ответили ему. Пока они еще пили, палатка внезапно осветилась красивым огненным сиянием. Лица всех присутствовавших загорелись ярким огнем. Драгоценные камни на женихах, на женщинах превратились в живые пламени. Огненный блеск продолжался минуту. Потом исчез. Произошла общая свалка. Все торопились к каретам, которые ждали их у подъезда. Экстренные поезда были заказаны к часу и к половине второго. Я быстро простился с Сибиллой и ее отцом и усадил их в карету с Дианой Чизни. Американка не находила слов, чтобы выразить своего восторга. Мало-помалу экипажи разъехались. Все было так чудно устроено, что не только гости были отправлены без суеты, но в очень скором времени сад совершенно опустел, освещение погасло, воцарилась мертвая тишина. Не осталось и следа вечерних иллюминаций. Я взошел в дом с чувством не только усталости, но и какой-то непонятной тоски и даже страха. Я застал Луси одного в курилке. Он стоял спиной ко мне перед открытым окном. Князь, услышав мои шаги, быстро повернулся. Лицо его было столь искажено,
столь бледно, что я в смущении отшатнулся. «Лусио, вы больны!» — воскликнул я. «Вы переутомились сегодня!» «Пожалуй», — согласился князь хриплым, неверным голосом. Он весь затрясся в приступы нервной дрожи, потом сделал над собой усилие и улыбнулся. «Не беспокойтесь, мой друг, дело пустое, проявление закоренелой болезни, очень редкой и, безусловно, неизлечимой». «Но в чем дело?» — воскликнул я, испуганный страшной бледностью его лица. Римонес как-то странно посмотрел на меня. Глаза его расширились, потемнели. Он тяжело опустил руку на мое плечо. «Болезнь странная», — резко сказал он, — «известная под названием угрызений совести. Вы слыхали о ней? Ни хирургия, ни медицина не могут облегчить ее страдания. Это червь, которая не умирает, и пламя, которое потушить нельзя. Но не будем говорить об этом. Никто не может меня вылечить, никто не захочет этого сделать». «Однако угрызения совести, если вы страдаете ими, что кажется мне невероятным, так как вам не в чем себя упрекать. Угрызения совести, повторяю я, не физическая боль». «И вы думаете, что стоит лечить одни физические болезни?» — сказал Луси все с той же неестественной улыбкой. «Действительно, тело — единственная наша забота. Мы холим его, кормим, нежим и оберегаем даже от булавочных уколов. Этим способом мы льстим себя уверенностью, что все обстоит благополучно. Однако тело — ничто иное, как недолговечный кокон, обреченный к уничтожению по мере того, как душа, помещающаяся внутри его, растет. Душа, которая, как бабочка, слепым инстинктом летит прямо к свету». «Посмотрите», — продолжал князь, обратившись к открытому окну и говоря более спокойным голосом, — «посмотрите на спящую красоту вашего сада. Цветы заснули. Деревья обрадовались, что с них сняли тяжесть искусственных лампочек. Молодой месяц старается спрятаться за этим крошечным облаком и спешить на запад на покой. Минуту тому назад запоздалый соловей еще пел свою песенку. До нас долетает аромат душистых розанов. Все это работа природы, до какой степени она красивее всего того, что может придумать человек. А однако современному обществу эта тишина, это счастливое благоухающее одиночество не казалось бы привлекательным. Общество предпочитает искусственный блеск настоящему свету». «Как это на вас похоже?» — прервала нетерпеливо. «Вы это говорите нарочно, чтобы умолить и собственные хлопоты, и несомненный успех этого дня. Вы можете говорить про искусственный блеск, а я вам скажу, что это было чудное зрелище и из всех пиршеств самое великолепное, которое я когда-либо видывал. Теперь про вас будут говорить гораздо больше, чем после появления вашей книги», — заметил Лусио. «Несомненно. Общество предпочитает пищу и развлечения всякой литературе. Но, кстати, скажите мне, где все сегодняшние исполнители, артисты, музыканты и танцоры?» «Уехали». «Уехали?» — повторил я в изумлении. «Уже? Силы небесные! Они даже не успели поужинать!» «Успокойтесь», — нетерпеливо сказал Лусио. «Они получили все, что нужно было, не исключая вознаграждения за труды. Ведь я говорил вам, Джеффри, что когда я что-нибудь предпринимаю, то довожу дело до совершенства». Я посмотрел на него. Он улыбнулся, но его глаза были темные и выражали презрение. «Прекрасно», — ответил я шутливо, боясь оскорбить его. «Не объясняйтесь, если не хотите. Только по мне все это не то волшебство, не то дьявольщина». «Что именно?» «Да все, и танцоры, и пажи, и служители. Их было по меньшей мере 300. Потом эти живые картины, иллюминация, фейерверки, роскошный ужин, восхитительная музыка. Но необъяснимее всего, конечно, то, что все исполнители так быстро исчезли». «Конечно, если вы хотите сказать, что деньги — волшебная сила дьявола, то вы правы», — спокойно ответил Лусио. «Однако я положительно не понимаю, как даже деньги могли привести к такому восхитительному результату», — начал я. «Деньги всесильны», — прервал меня князь. «Я говорил вам это всегда. Это крючок, на котором вы можете поймать самого дьявола. Я не утверждаю, чтобы дьявол любил деньги, однако он любит общество человека, обладающего деньгами.
Может быть, он предугадывает, на что богач употребляет свои деньги. Я говорю, конечно, в переносном смысле, однако силу денег преувеличить нельзя. Не доверяйте нравственности, мужчины и женщины, не испытав возможности подкупить ее крупной цифрой денег. Для вас, мой милый Джеффри, деньги сделали все, помните это. Вы сами для себя ничего не сделали. Не особенно мило с вашей стороны напоминать мне об этом, сказал я недовольным голосом. Нет. Вы знаете французское изречение? Tout vérité n'est pas bon. Антуар, повторяю, вы ничего для себя не сделали. Да никто ничего от вас и не требует, разве только чтобы вы немедленно пошли спать и видели во сне вашу очаровательную невесту, прибавил он, смеясь. Сознаюсь, я очень устал, сказал я с невольным вздохом. А вы? Я тоже устал, ответил Лусия с раздумья, глядя в уснувший сад. Но отделаться от усталости своей мне не дано, так как я устал от самого себя. И отдохнуть я не могу. Спокойной ночи. Спокойной ночи, ответил я, потом приостановился и пытливо взглянул на него. Ну что же, спросил князь. Я принужденно улыбнулся. Не знаю, как бы это выразить, начал я нерешительно, но мне хотелось бы узнать вас лучше, чем я вас знаю. Вы были правы, когда говорили мне, что вы не такой, каким кажетесь. Глаза князя уставились на меня с каким-то тяжелым, таинственным выражением. Так как вы сами выразили это желание, сказал он тихо, обещаюсь вам, что когда-нибудь вы меня узнаете. Наука будет полезной хотя бы для тех, которые жаждут моего общества. Я медленно пошел к двери. «Благодарю вас за все сегодняшние хлопоты», — повторил я. «Положительно не нахожу слов, чтобы выразить вам свою благодарность». «Если вам необходимо кого-нибудь благодарить», — перебил меня Лусио, «то поблагодарите Бога за то, что вы благополучно пережили этот день». «Почему?» — изумился я. «Почему?» «Да потому что ваша жизнь висит на волоске». Что большое собрание всегда бесконечно скучно, и что сохранность вашей жизни после дня, проведенного в еде и роскоши, вдали от Бога вообще, это великая опасность. Что не мешало бы поблагодарить Бога и отвести ему несколько минут в знак признательности за благополучное окончание сегодняшнего празднества. Я засмеялся, не придавая особенного значения его словам. Застав Амиела в спальне, я немедленно отправил его, так как положительно не выносил наглого выражения его лживого лица. Усталый дневными происшествиями, я быстро заснул. И сверхъестественные силы, создавшие все чудеса пиршества, коего я был хозяином, даже не явились мне во сне. Несколько дней спустя, когда газеты еще описывали красоту и роскошь праздника Вилас в мире, я проснулся утром и, как поэт Байрон, понял, что я знаменитость. Но сделался я знаменитым не ради моих умственных способностей, не ради какого-нибудь славного подвига, а ради качеств четвероногого животного. Фосфор выиграл дерби. Борьба между ним и лошадью Примера была жестокая, и только в последнем круге мой жокей выдвинул своего коня и пришел первым, вогнав соперника на две сажени. Откровенно говоря, мне лично это было все равно. Однако меня осыпали поздравлениями и приветствиями. Чтобы избавиться от них, я взял Лусио под руку и сошел с круга. «Несмотря на весь ваш эгоизм, Джеффри, — начал князь, уходя со мной, — вы не лишены благородства, и тайный голос в вас вооружается против лицемерия и лжи. Так отчего же вы не даете ход этой лучшей стороне вашего «я»?» Я посмотрел на Лусия с удивлением и рассмеялся. «Дать ход моему «я»?» — повторил я. «Что вы хотите сказать? Неужели я должен объявить людям, что, дорогое мое общество, немедленно отказалось бы от меня?» «Я не советую говорить правду грубо и этим обижать людей. Грубая откровенность лишена благородства, да и к тому же бесцельна. Но благородное деяние лучше всяких слов». «Что же вы рекомендуете?» — спросил я не без любопытства. Князь ничего не ответил. Он погрузился в какие-то тяжелые раздумья. Спустя некоторое время он заговорил медленно и тихо. «Мой совет покажется вам странным, Джеффри, но если вы его спрашиваете,
то я готов вам его дать. Как я говорил раньше, дайте ход лучшей стороне вашей натуры. Не жертвуйте вашими убеждениями ради влияния или дружбы посторонних лиц. Наконец, проститесь со мной. Я вам не нужен, разве только чтобы ублажать вашим фантазиям и знакомить с теми высокими или низкими представителями света, которые вам нужны. Но верьте мне, для вас лучше было бы, и ваш смертный час был бы покойнее, если бы вы оттолкнули от себя всю эту пустую суету и вместе с ней и меня. Оставьте общество забавляться собственной ветренностью. Покажите ли миллионеру, что его богатство, блеск и гордость – ничто в сравнении с высокими стремлениями души честного человека. И как говорил Христос правителю, продайте половину своего имущества и отдайте его бедным. Я был так поражен этими словами, что не знал, как ответить. Луся следил за мной с бледным, взволнованным лицом. Что-то вроде раскаяния овладело моей совестью, и на мгновение я пожалел, что мое несметное богатство, способное дать счастье такому большому количеству людей, послужило лишь для того, чтобы сделать из меня праздного, легкомысленного члена высшего общества. Я наслаждался лишь собой и тем, что развлекало меня лично. Я был лицемерен и самодоволен, в такой же степени, как мои временные друзья. Они играли роли, и я играл роль. И никто из нас никогда не бывал искренним. На самом деле, одна из причин, почему светские мужчины и женщины не любят оставаться наедине, состоит в том, что одиночество заставляет их вглядеться в себя и признаться в своих скрытых грехах. Но мое волнение продолжалось недолго. Я улыбнулся и, взяв Лусио за руку, сказал почти весело: «Ваш совет, мой дорогой, был бы похвален в устах любого проповедника, но для меня он не годится, разве только потому, что он неприменим. Во-первых, отказаться от вас было бы признаком самой черной неблагодарности, отказаться от общества также невозможно, так как, несмотря на его лицемерие, оно необходимо для развлечения и меня, моей будущей жены. И, наконец, если бы я поступил, как говорил Христос, если бы отдал половину своего имущества бедным, все решили бы, что я дурак, и никто даже не поблагодарил бы меня». «А вы желаете, чтобы вас благодарили?» — спросил князь. «Конечно, все люди ожидают благодарности за оказанное благодеяние». «Безусловно. И Творец, который дает постоянно, тоже ждет благодарности, но никогда ее не получает», — сказал Лусио. «Я вам про это не говорю», — перебил я с нетерпением. «Я говорю лишь о мире и о людях, живущих в нем. Если вы даете много, то вы и ждете, чтобы вас назвали щедрым. Однако, если я раздал бы свое состояние бедным, то газеты посвятили бы мне каких-нибудь 6 строчек, и общество воскликнуло бы: какой болван!» «Бросимте этот разговор», — весело прервал меня Луся с внезапно прояснившимся лицом. «Теперь, что вы выиграли дерби, просвещенный мир ничего больше от вас не требует в виде награды. Вас будут разрывать на части. Если хотите, путем легкой интриги вы можете даже сделаться министром. Помните, я предсказывал вам это. Вы теперь знаменитость, Джеффри Темпест. Что значит слава ума в сравнении с таким положением, как ваше? Люди завидуют вам, а ангелы, если они существуют, смотрят на вас с удивлением. Слава человека, достигнутая посредством лошади, действительно достойна удивления». Князь громко рассмеялся и не повторял более своего странного предложения расстаться с ним и дать ход всему, что во мне было благородного. Я не мог угадать, что Лусия пробовал свое счастье, ставкой коего была моя душа, и что он проиграл. С этой минуты он начал действовать более энергично и немилосердно погнал меня к страшной развязке. Моя свадьба состоялась в июле, со всей той роскошью, которая требовалась и моим положением, и положением моей невесты. Не стоит описывать всего великолепия обряда. Картина была неописуемо богата, и роскошные туалеты дам окончательно отвлекли внимание от совершения святого таинства. Слова священника удостоились, конечно, менее внимания, чем букет жемчуга и бриллиантов, коими серебристый трен невесты был приколот к плечам. Весь свет присутствовал на бракосочетании.
то есть весь модный свет, считающий только себя достойным внимания. Принц Валлийский удостоил нас своим присутствием, и Лусио был моим главным шофером. Князь был весел до крайности и по дороге в церковь рассказывал мне массу скабрезных анекдотов. Мы были встречены богатыми звуками органа, навеявшими на меня более степенные мысли. В ожидании невесты я посмотрел на Лусио и, должно быть, в сотый раз удивился царственности его горделивого стана и редкой необычайной красоте его лица. Я был одурманен блеском и пестротой окружавшей меня сцены, однако одно происшествие глубоко врезалось мне в память. Когда Сибилла, прелестная и как ангел, светлая в своем белом одеянии, подписала в последний раз свое девичье имя в церковной книге, Лусия наклонился к ней. «В качестве первого шофера я требую исполнения древней льготы», — сказал он и поцеловал ее в щеку. Сибилла густо покраснела, потом внезапно побледнела и с давним криком упала навзничь в полном беспамятстве. К счастью, обморок продлился недолго. Она пришла в себя и на мои встревоженные расспросы ответила, что ей сделалось дурно от усталости и духоты. С улыбающимся лицом она взяла мою руку и прошла по всей длинной церкви, приветливо кланяясь всем знакомым, которые завидовали ей не потому, что она вышла по любви за достойного человека, а потому, что она вышла за 5 миллионов фунтов стерлингов, коих я был только приложением. Сибилла держала голову с сознательной гордостью, хотя я чувствовал, что она дрожала, в особенности, когда хор грянул «Шествие невесты» из Лоенгрина. Весь ее путь был усеян розами, я это вспомнил впоследствии. Ее атласный башмак размял немало сердец невинных цветов, которые в глазах Божьих были дороже ее самой. Безвредные розы, исполнившие роль свою красоты и благоухания, безропотно умерли, чтобы послужить тщеславию женщины, для которой не было ничего святого. Однако я забегаю вперед. Тогда я жил в каком-то заблуждении и думал, что святые были счастливы тем, что умирали у ног такой красавицы. После венца в доме лорда Эльтона состоялся прием. И пока гости пили, ели и болтали, мы уехали осыпанные наилучшими пожеланиями наших друзей. Последний, кто простился с нами, был Лусио. Мы уже садились в карету. Я был так огорчен разлукой с ним, что положительно растерялся. С первого часа моего внезапного благополучия мы были постоянно вместе. Мой успех в обществе, мое знакомство с женою — все я мог приписать его уму и тактичности. И хотя теперь я имел как подругу жизни самую первую красавицу лондонского света, я не мог думать о разлуке с моим блестящим другом без чувства глубокой тоски и грусти. Облокотившись на дверцы кареты, князь посмотрел на нас обоих и улыбнулся. «Мой дух будет провожать вас в вашем путешествии», — сказал он. «И когда вы вернетесь, я первый приветствую вас дома. Вы пригласили гостей в Виллосмир на сентябрь?» «Да, но вы наш самый желанный гость», — ответил я, стремительно крепко пожав ему руку. Сибилла ничего не сказала, но ее глаза были уставлены на красивом лице Лусио с выражением не то тоски, не то удивления. Она была чрезвычайно бледна. «Прощайте, леди Сибилла», — ласково прибавил Лимонес. «Желаю вам счастья. Для нас, которых вы оставляете, ваше отсутствие будет казаться долгим, но для вас любовь дает крылья времени, и что для других, казалось бы, долгим месяцем однообразной скуки, для вас будет лишь минутой восхищения. Любовь — лучшее богатство, вы это уже узнали, но я думаю, я надеюсь, что вам будет суждено узнать это еще лучше. До свидания. Вспоминайте обо мне хотя бы изредка». Лошадь дружно подхватили, и Луси отстранился с глубоким поклоном. До последней минуты мы видели его, гордо выделявшегося на фоне светлых девиц, которые каждой в отдельности надеялись, что вскоре встретит жениха такого же богатого, как я. Потом карета повернула за угол, знакомые лица исчезли, и Сибилла и я, мы поняли, что остались одни лицом к лицу с будущим, и что предстоящий урок любви
или ненависти придется изучать вдвоем. Мне трудно теперь проследить за ходом действий. Дни и недели прошли и привели меня к времени, когда с чувством глубокой тоски и грусти я очутился на берегу озера в Швейцарии. Озеро было небольшое, темно-синее, и, казалось, таило в своей глубине какую-то скрытую таинственную мысль. Я смотрел почти безотчетно на блестящую лазуревую воду. Горы, вершины которых белели под покровом вечного снега, были слишком высоки для моего утомленного взора. Их вышина, чистота и лучезарность не могли вникнуть в мой ум, уничтоженный тяжестью сознательной неудачи и всепоглощающего разрушения всех моих идеалов. Как я был глуп, когда мечтал о возможности счастья на этом свете. Глубокое несчастье смотрело мне в лицо. Несчастье на всю жизнь, от которого одна только смерть может меня избавить. Мизерия. Я припомнил слова, сказанные злосчастными видениями, явившимися мне в ночь самоубийства Линтона. Чем я заслужил такую участь, поправить которую было невозможно даже моими миллионами, спрашивал я себя неоднократно. Как большинство людей, я был не способен видеть маленькие, но крепкие звенья, из которых я сам составил себе цепь, впоследствии погубившую меня. Я винил судьбу, или скорее Бога, жаловался в несправедливость только потому, что страдал лично, и ни одной минуты не сознавал, что то, что я считал несправедливостью, было лишь исполнением вечного закона, который с математической точностью воздает каждому по его делам. Легкий ветер, дувший из снежных вершин, нарушил тишину маленького озера, по берегу которого я брел. Я следил за легким подергиванием водяной поверхности, похожим на смеющееся человеческое лицо, и спросил себя, достаточно ли озеро глубоко, чтобы потонуть в нем? Стоило ли жить, зная то, что я знал, зная, что женщина, которую я раньше любил, и любил еще ненавистными мне порывами своего животного «я», что эта женщина стояла нравственно ниже несчастной проститутки, продающей себя за наличные деньги, что чудный стан и ангельское лицо были лишь привлекательной личиной порочной души. «Бог мой!» Сдавленный крик вырвался из моей груди, и мои мысли стали кружиться в каком-то омуте несказанного отчаяния. Я бросился на скат берега, покрытый травою, и закрыл лицо руками в приступе бесслезной, безвыходной тоски. Но мысли продолжали наполнять мой ум, заставляя меня обдумать свое положение. Была ли Сибилла более виновата, чем я? Я ведь женился на ней с открытыми глазами и по собственному желанию. Она говорила мне: «Я существо развращенное, выросшее в среде безнравственности и знакомое с похотливой литературой нашего времени». На деле это оказалось правдой. Вся кровь бросилась мне в голову при мысли, до какой степени ее слова были правдивы. Вскочив со своего места, я начал ходить взад и вперед в лихорадочном приступе презрения и отвращения. Что мне сделать с этой женщиной, прикованной ко мне на всю жизнь? Усовершенствовать ее? Она поднимет меня на смех. Усовершенствовать себя? Это возбудит в ней не меньшую долю презрения. К тому же, разве разврат не привлекал меня так же, как он привлекал ее? Разве я не был жертвой собственных животных страстей? Измученный и обезумевший, я бегал по берегу и вздрогнул, как от внезапного выстрела при звуке весел, равномерно спускавшихся в воду, и голоса лодочника, вежливо предложившего мне свои услуги. Я согласился, и через минуту был на озере, освещенном красным сиянием заката, превратившего вершины гор в жгучее пламя и воду в алое вино. Мне кажется, что лодочник понял, в каком я был настроении, так как не нарушал благоразумного молчания. Я же надвинул шляпу на брови и вновь погрузился в свои грустные мечты. Я был женат всего один месяц, и, несмотря на этот краткий срок,
чувство тошноты и насыщения успело заменить пыл кажущейся бесконечной любви. Были даже минуты, когда безнравственная, бессравненная физическая красота моей жены отталкивала меня. Я знал ее такой, какой она была на самом деле, и внешняя прелесть не могла скрыть от меня всей пошлости ее характера. Больше всего поражало меня изысканное лицемерие Сибиллы и ее изумительная способность лгать. Глядя на нее, я, внимая ее голосу, можно было принять ее за ангела чистоты, за существо, которое можно испугать и обидеть малейшим грубым словом, за воплощение самой мягкой искренней женственности, полной сострадания и любви к ближнему. Все так думали о ней, и все грубо ошибались. Сердца у нее вовсе не было. Я понял это всего через 2 дня после нашей свадьбы в Париже, где мы получили телеграмму с известием о кончине леди Эльтон. Парализованная графиня, как оказалось, умерла в день, или скорее в ночь нашей свадьбы. Но граф счел нужным отложить это известие на 48 часов, чтобы не омрачить наших праздничных восторгов. После телеграммы пришло краткое письмо. Оно кончалось следующими словами. «Так как ты невеста и не находишься в Англии, то советую тебе не облекаться в траур. В данном случае это совершенно лишнее». И Сибилла с радостью исполнила предложение отца, придерживаясь, однако, в своих разнообразных и роскошных туалетах белого и лилового цвета, чтобы не шокировать, говорила она, случайных знакомых, которых мы могли встретить во время нашего путешествия. Ни одного слова сожаления не было произнесено ею, и ни одну слезу она не проронила. Как хорошо, что ее страдания кончены. Вот все, что она сказала, потом с легкой презрительной улыбкой прибавила. Когда это мы получим приглашение на свадьбу графа Эльтона с мисс Чезни? Я ничего не ответил. Черствость и бессердечие моей жены огорчали меня. И вместе с тем я был неприятно поражен совпадением смерти графини с моей свадьбой. Дни шли за днями. И прошел месяц, месяц, в котором ежедневно и ежечасно, одна за другой, исчезали мои иллюзии, пока я не ощутился лицом к лицу с грубой действительностью и не понял, что женился на красивом животном с душою развратницы. Тут я невольно останавливаюсь и спрашиваю себя, не был ли я тоже развратником? Да, сознаюсь в этом. Но разврат мужчины в дни ранней юности, достигающий нередко безумных пределов под влиянием искренней любви, превращается в сильное желание найти бесконечную чистоту и нравственность в любимой женщине. Даже если мужчина предавался греху и разврату, приходит время, когда он презирает себя за собственные пороки и, изнемогая самобичевание, преклоняется к ногам чистой, кроткой женщины, витающей около него как добрый ангел. Он отдает ей свою жизнь со словами «Делайте из нее что хотите, она ваша». И горе той, которая играет этим даром или злоупотребляет им. Ни один мужчина, даже если он и вел развратную молодость, не должен взять в подруги жизни развратную женщину. Лучше ему пустить себе пулю в лоб и сразу покончить с собой никому не нужную жизнью со своею. Закат бледнел по мере того, как мы скользили по тихой воде. И в моей голове тяжелый мрак стоял, как мрак наступающей ночи. Я вновь задал себе прежний вопрос. Неужели счастье невозможно на этом свете? В ту же минуту с берега долетел звук церковного звона, зывающий молящихся к вечерне, и почти забытое воспоминание внезапно воскресло в моем уме и наполнило мне глаза слезами. Мавис Клер была счастлива. Мавис с ее бесстрастными, откровенными глазами, ясным лицом и веселым нравом. Мавис, которая носила свой лавровый венок с такой же непринужденностью, как ребенок. Венок только что сорванных цветов, она, обладавшая лишь теми средствами, которые добывала собственным трудом, и она была счастлива. А я со своими миллионами был глубоко несчастлив. Как это могло быть? Почему это так было? И, наконец,
Чем я заслужил такую участь? Я жил, как жили остальные. Я следовал примеру высших представителей общества. Я угощал своих друзей и презирал своих врагов. Я вел себя, как вообще ведут себя богачи. Наконец, я женился на женщине, которой все мужчины мне завидовали. И, несмотря на все это, на мне лежало какое-то проклятие. Чего мне недоставало в жизни? Я знал чего, но боялся сознаться в этом, так как приучил себя презирать все, что касалось духовного мира. Теперь же я должен был признать действительное значение тех высших начал, без которых жизнь прожить нельзя. Я должен был сознаться, что мой брак был просто сочетанием мужского и женского пола, грубой животной связью, что все лучшие чувства, облагораживающие брак, отсутствовали в нем. Обоюдное уважение, доверие, симпатии, духовная неосязуемая связь, которую наука анализировать не может, но которая сильнее всего материального соединяет души, когда тела уже растлели. Все это не существовало и не могло существовать между мной и моей женой. Итак, что касалось меня, мир был пуст. Я должен был искать утешение в самом себе. И не находил его. Что мне делать с моей жизнью, с горечью, думал я. Гоняться за славой, за настоящей славой. Но презрительные глаза Сибилы будут смеяться над моими усилиями. Если бы во мне и существовала вдохновенная искра, она убила бы ее. Час прошел. Лодочник причалил меня к берегу. Я заплатил сколько следовало и отпустил его. Солнце совсем уже скрылось. Темные пурпуровые тени лежали на горах. На востоке бледно мерцали первые звезды. Я медленно побрел в направлении виллы, где мы жили. Dependence, большой гостиницы, которую мы наняли для большего удобства. Я застал Сибилу в саду. Она полулежала в тростниковом кресле и задумчиво глядела на розовый оттенок неба, оставленный ярким закатом. В ее руках была книга. Один из самых безнравственных, циничных романов нашего времени. В внезапном приливе бешенства, совладеть с которым я не мог, я выхватил у нее книгу и бросил ее с такой силой, что она упала в озеро. Сибила не выразила ни удивления, ни обиды. Она отвернула взор от прекрасного небосклона и с улыбкой посмотрела на меня. «Как вы резки сегодня, Джеффри», — сказала она. Я смотрел на нее в глубоком раздумье. Начиная с легкой шляпы, отделанной бледно-лиловыми орхидеями, изящно лежавшей на каштановых волосах, и кончая ее вышитым башмаком, ее туалет был безупречен. И она была безупречна. Я это знал. С физической точки зрения никого нельзя было сравнить с нею. Мое сердце сильно забилось. Я почувствовал, что задыхаюсь. Я убил бы ее с наслаждением за то чувство бессильного обожания и омерзения, которое она возбуждала во мне. «Мне очень жаль», — сказал я хриплым голосом, стараясь избегать ее взгляда. «Но я не могу видеть вас с такой книгой в руках». «Вы знаете ее содержание?» — спросила она, все с той же чуть заметной улыбкой. «Я угадываю его». «Говорят, что в нынешнее время такие книги необходимы, и, судя по отзывам прессы, общественное мнение клонится к тому, чтобы молодые девушки знали все тайны брака, что до вступления в брак это нужно знать, дабы они могли совершить этот шаг с открытыми глазами». Тут она засмеялась. Ее смех причинил мне боль, как физическое повреждение. Идея, которую писатели 50-х годов составляли себе о том, чем должна быть невеста, совершенно отжила, продолжала она. Представьте себе нежное, застенчивое существо, почти безмолвное, в густой вуале, которая в то время совершенно покрывала лицо, в знак того, что тайны брака еще скрыты от девических взоров. Теперь же вуаль откинута, невеста открыто смотрит на всех и благодаря современным романам великолепно знает, на что идет. «Современные романы отвратительны», — горячо прервал я, — «и в смысле слога, и в смысле нравственности». «Не понимаю, как вы можете их читать? Женщина, написавшая книгу, которую я только что бросил, и я не жалею, что бросил ее, так же мало знакома с грамотностью, как с приличием». «Для критиков это безразлично», — возразила жена, —
насмешливым тоном. «Очевидно, им нет дела до чистоты английского языка. Они восторгаются оригинальностью темы, которая посвящена исключительно половым отношениям. Хотя, по-моему, эта тема стара, как вечность. Я почти никогда не читаю рецензии. Но в данном случае я прочла рецензию книги, которая только что потонула, и критик писал, что он проливал над ней слезы умиления». Сибилла опять рассмеялась. «Мерзавец!» — воскликнул я. «Он верно нашел в ней извинение собственной порочности. Но вы, Сибилла, почему вы читаете такие гадости? Как вы можете читать их?» «Из любопытства, конечно», — ответила она равнодушно. «Мне хотелось узнать, что может заставить критика заплакать. А когда я начала читать, я увидала, что в книге говорилось лишь о том, как мужчины забавляются, то есть развратничают, случайно встретившимися женщинами. И так как я мало знакома с этим вопросом, то решила просветиться. Вы сами знаете, что стоит лишь начать читать что-нибудь в этом роде, дьявол вас искушает, и вы уже не можете оторваться. Кроме того, говорят, что литература отражает эпоху, в которой мы живем. И так как безнравственных книг гораздо больше других, мы обязаны читать и изучать их, так как они служат зеркалом нашего времени». И с выражением лица, не то насмешливым, не то презрительным, Сибилла встала и задумчиво посмотрела на озеро. «Рыбы съедят мою книгу», — заметила она. «Надо надеяться, что они не отравятся. Но если бы они могли читать, то они составили бы себе весьма плохое мнение о человечестве». «Отчего вы не читаете книг Мавис Клер?» — спросил я внезапно. «Вы говорили мне, что восторгаетесь ею». «И восторгаюсь, и удивляюсь», — ответила мне жена. «Как эта женщина может сохранить свое редкое сердце и свою редкую веру в такое время, как наше? Вот что поражает меня. Вы спрашиваете, отчего я не читаю ее книг?» «Я читаю и перечитываю их. Но она пишет немного, и приходится ждать ее произведений дольше, чем произведений других авторов. Когда я хочу чувствовать себя ангелом, я читаю Мавис Клер. Но так как большей частью мои стремления совсем иные, то ее книги только раздражают меня». «Раздражают?» — переспросил я. «Да. Меня раздражает то, что она верит в Бога, а я не верю в Него. Что она предлагает мне чудные идеалы, достичь которых я не могу. И, наконец, что эта женщина обладает счастьем для меня недостижимым, вполне недостижимым, даже если бы денно и ночно я протягивала руки в мольбе к равнодушным небесам». В эту минуту было что-то трагическое в ее виде. Ее синие глаза сверкали, губы полураскрылись, грудь высоко поднималась. Я подошел к ней с какой-то нервной боязнью и тронул ее руку. Она отдала ее пассивно, и мы тихо побрели по усыпанной песком дорожке. В большой гостинице сжигались огоньки, а над нашей маленькой виллой три звезды в форме трехлистника бледно засверкали. «Бедный Джеффри», — сказала Сибилла наконец, и с состраданием посмотрела на меня. «Я жалею вас. Несмотря на все мои странности, я не совсем глупа и умею анализировать не только себя, но и других. А вас я читаю как открытую книгу и вижу, в каком взволнованном, беспорядочном состоянии находится ваш ум. Вы любите и одновременно ненавидите меня. Противоположность этих чувств убивает вас». «Нет, не говорите, я знаю. Я это знаю». «Но чего вы требуете от меня? Чтобы я была ангелом? Это невозможно. Или святою? Они все умерли в мученических страданиях. Или хорошей женщиной? Я такой никогда не встречала. Вы хотите, чтобы я была наивна и невинна? Но перед свадьбой я сказала вам, что я не обладаю этими качествами. Отношения между мужчиной и женщиной я изучила до тонкости. И знаю, до какой степени разврат распространен между обоими полами. Все одинаково. Мужчины не хуже женщин, и женщины мужчин. Я поняла все, кроме Бога. До Него мой разум не достает». Пока Сибилла еще говорила, мне хотелось бросить ее к ногам и молить ее замолчать. Бессознательно для себя самой она вслух говорила мысли, которые приходили мне неоднократно на ум.
но из ее уст они показались мне до такой степени неестественными, жестокими и циничными, что я невольно содрогнулся. Мы входили в маленькую сосновую рощу, и тут в тишине и полумраке я взял ее в свои объятия и тоскливо посмотрел на чрезвычайную красоту ее лица. «Сибилла», — шепнул я, — «Сибилла, чего у нас не достает? Отчего мы не сумели найти лучшую сторону любви? Отчего даже когда мы обнимаем и целуем друг друга, какая-то неосязаемая темнота становится между нами, и мы сердимся и устаем, когда должны были бы только наслаждаться? В чем дело, не знаете ли вы? Вы ощущаете то же, что и я». «Ощущаете?» Странное выражение явилось в ее глазах, выражение какой-то безмерной тоски и неудовлетворенности вместе с жалостью ко мне. «Да», — ответила она тихо. «Но вы сами создали это ощущение. Мне кажется, Зефир, что вы благороднее меня, и что вы внутренне содрогаетесь от моих теорий. Может быть, если бы вы поняли это раньше, вы не женились бы на мне. Вы говорите о лучшей стороне любви, но по мне ее нет. Все грубо и отвратительно. Как поэты лгут. Их следовало бы повесить за их восторженные и наглые выдумки. Они внушают веру и надежду слабым женским сердцам. В дни юности девушка читает их любовные рапсодии и воображает, что любовь действительно такая, как ее описывают. Божественная, бессмертная, но, увы. Грубый палец прозы дотрагивается до крыльев поэзии, и все разлетается, оставляя горечь и ужас полного разочарования. Я продолжал держать Сибиллу в своих объятиях. Лишь так тонущий человек держит щепку в желании спастись от морской бездны. «Но я люблю вас, Сибилла, дорогая, я люблю вас!» — сказал я страстно. «Вы любите меня, да, я знаю, но как? Ваша любовь противна даже вам самим. В ней нет ничего идеального. Это любовь мужчины, другими словами, любовь животного. К тому же животное любовь кратко, и после насыщения ничего не остается. Ничего, Джеффри, кроме вежливого обращения друг с другом, которое мы, надеюсь, сумеем сохранить, по крайней мере, в глазах общества». С этими словами Сибилла отстранилась от меня и пошла по направлению к дому. «Пойдемте», — прибавила она, поворачивая ко мне голову с неподдельной грацией, свойственной ей одной. «И не огорчайтесь. Вы заплатили за меня дорого. Но пока я ношу только драгоценности, подаренные вами, и не требую других подарков, кроме тех, которыми вы меня награждаете. Прибавляю еще, что мое искреннее желание отдать вам, насколько возможно, всю стоимость ваших денег». «Сибилла, вы убиваете меня», — воскликнул я, — «и изведенный, и несчастный. Неужели вы думаете, что я так низок?» «Вы не можете не быть низким», — прервала меня Сибилла, — «потому что вы мужчина, а я низко, потому что я женщина. Если бы мы веровали в Бога, то мы нашли бы, пожалуй, другой путь для жизни и любви. Но ни вы, ни я, мы в него не верим. Вокруг нас все утверждают, что люди просто животные. Так не будем же стыдиться наших животных инстинктов. Помните грустить, Джеффри, отбросьте мучащую вас совесть, как вы бросили книгу, которую я читала. И утешьтесь тем, что большинство мужчин радуются, когда они делаются жертвами скверной женщины. Вас следует поздравить с вашей женой, тем более, что у нее широкие понятия, и что она готова дать вам полную свободу, конечно, с тем, чтобы вы дали ей такую же. В наше время все браки таковы, по крайней мере, в высшем обществе. Иначе выдержать этот гнет было бы невозможно. Пойдемте.